Привет-привет, друзья! С вами Григорьев на канале Художники. Не прошло и года. Ольга, приветствую. Как меня слышно, видно? Давайте проверим связь. Я с вами Григорьев на канале. Ну вот, я себя, по крайней мере, слышу. Вижу холст. Холст я уже протер маслом. Так, что значит, когда начнется? Уже все началось. Тихо слышно. Надо, наверное, погромче сделать. Так, раз, два, три, раз, два, три. Да, я могу добавить, но все возможно, что будет искажение, когда слишком громко и звук добавляешь в настройках. Ну и тем более, что я не прямо возле камеры. Вот сейчас я возле камеры. Сейчас, в принципе, должно меня быть слышно хорошо. Приветствую, Наталья. Слышно хорошо. Ну, отлично. Все, тогда можно начинать. Сегодня у нас будет Италия, Тоскана. Кто готов написать сегодня вместе со мной? Картинка уже заявлена во всех наших группах. Еще Ольга пришла. Добрый вечер. 60 на 80 холст. Я буду пользоваться скупым набором масляных красок. Сейчас, секундочку. И у нас сегодня розыгрыш. Кто слышал? Кто не слышал, пишите, что за розыгрыш. Тогда я расскажу вам. Вот это вот полосочка, которая добирается. Как только оно наберется, мы разыграем две картины 60 на 40. Раннее утро и вечер. Яркий такой закат на речке. На прошлом вебинаре высвечивались две картины. К нам пришел Олд. Артем, приветствую. Ну что, Олд? Как сегодня, как у нас по качеству? Видно? Я вижу, правда, задержка идет. Сейчас, секунду. И задержка, наверное, большая идет сейчас. Нужно глянуть, почему. Угу. Задержка в самой программе. Барнаул. В Барнауле у меня тоже живут знакомые, друзья армейские. Я чуточку выжидаю, потому что сейчас мы будем, перед тем, как я начну писать, холст я уже покрыл обыкновенным, подсолнечным. Вот такое оно с магазина, подсолнечное масло, фирма отклеена. Не знаю почему, выкинута этикетка, ну разницы нет. Ничего это не даст, обыкновенное подсолнечное. Если его поставить на холодильник, на окошко, и выдержать его в теплом месте, на окне, на солнечной стороне, то оно обесцветится. И можно будет использовать как художественное. Вторую камеру для палитры я не использую сегодня. Она у меня сломалась, к сожалению, и начала барахлить в последнее время. Подключал ее, пробовал, она периодически показывает, потом отключается, не показывает. Сильное искажение идет по цветам. И, в общем, у меня камеры не самые дешевые, не самые дорогие, в общем, среднего качества. C930E,
может быть, кому известно. А на настоящий момент для стримов считается профессиональное, поэтому это не запись на профессиональную видеокамеру, это вебка обыкновенная, хорошего качества. Поэтому тут все зависит не только от камеры, еще зависит от скорости интернета. Я уже пережил на самом деле это все. Так что вот все, что мне сейчас пишут по вторым камерам, по третьим камерам, по настройкам, по каким-либо еще советам, они мне не нужны, друзья, потому что я выживал, проживал и выплюнул это все уже давным-давно. Вот моя палитра, она такая простейшая, синий, красный, темно-красный. Можете брать вот красные цвета, два, один из них светлый, темный, какие угодно, абсолютно любые. Кармин красный, краплак розовый прочный можно использовать, все что угодно, кадмий красный, средний, кадмий красный, светлый, любые желтые. Я выбрал яркий желтый, светлый желтый, лимонный такой, он имеет некий такой зеленоватый оттеночек. Хотя здесь можно вполне пользоваться средним желтеньким. Также его можно разбавить и можно будет разбавить средний желтый белилами и будет такой немного светлый. Но если добавить зеленцы туда, то в принципе можно получить этот же желтый из среднего. Белила титановые, ничего особенного, три цвета, как обычно. Для чего я это делаю, неоднократно рассказывал. И могу еще раз объяснить, потому что, в принципе, на всех мастер-классах мы начинаем работать с скупым набором масляных красок, для того, чтобы новички живописи понимали, как смешивать и как добиваться из трех цветов, из скупого набора, получать все цвета радуги. А если у вас есть желание и возможность пользоваться из тюбика чистыми цветами, то пользуйтесь чистыми. Ради бога, не обязательно сделать такие сложные замесы. И можно прямо вот из тюбика. Все, что я вижу на этой картинке, она у меня из принтера обыкновенного. Не буду я прям сильно подбирать все тона, которые я вижу на распечатке. Делать этого не нужно, не обязательно. Также не буду я писать абсолютную копию, нет такой задачи. Тем более вот этот вид Тосканы мы уже неоднократно писали, я показывал, мне где-то есть мастер-класс. А там, правда, растут не маки, а растут другие цветочки, такие желтые, беленькие, и вид совсем с другой стороны написан был. Точнее, вот здесь с левой стороны. Сейчас мы будем писать чуть правее, вот сейчас эта картинка. Но таких картинок в интернете ну просто завал. Вид Италии, одного из места Италии. И вот, пожалуйста, сегодня я также сделал распечатку. Не знаю, кто автор этой работы, она вполне бесплатна. И в открытом доступе в Гугле вы можете посмотреть, погуглить. Так что вот такая будет сегодня работа написана, простейшая. Каждый начинающий сможет справиться с этой задачей. И ничего сложного сегодня не будет. Так, ну все, наверное. Все подошли, кто хотел со мной уже. Фиолетовый можно получить из двух цветов, синий с красным, смешиваем, получаем грязно-фиолетовый цвет. Так что можно все намешать. Коричневый, чтобы получить коричневый, нужно намешать оранжевый, красный с желтым. И потом плавненько добавляем синенькие оттенки и получаем различные коричневые, от светлого к темному. Можно Марс коричневый получить, можно Умбру получить коричневый. Посмотрите вчерашний мой вебинар, я показывал насчет коричневых, ну и вообще показывал неоднократно, как смешивается коричневый.
Так что коричневый можно тоже намешать. Но это не значит, что вы должны их намешивать. Вы можете также получить их, точнее, купить умбру коричневый, марс коричневый, и все будет как у вас, как вы желаете. Так, что ж, начнем, наверное. Сейчас я посмотрю, я еще не вижу всех, кто пришел сегодня, хотя вот здесь мне уже видно. А, да, друзья, те, кто меня смотрит в других социальных сетях. Спасибо вашему проекту. Так, вижу, поступил донат. Спасибо вам. Пока он не высветился. Сейчас должно что-то появиться. Ольга Никитина, спасибо огромное. Я запишу, вы получаете один лот и участник, становитесь участником розыгрыша двух картин. И все возможно, что станете победителем. Розыгрыш пройдет, как только наберется до конца эта полосочка. Лена пишет, почему получается голубая икроплак, чуть белил. Вообще фиолетовый, я так понимаю, про фиолетовый цвет идет. Фиолетовый хорошо получить, чистенький фиолетовый, это ультрамарин или кобальт синий. И краплак с разбавлением белил. Получается красивый фиолетовый цветик. Даже не проблематично. Но если хотите, я вам покажу, выдавлю на палитру. Сейчас легко получим фиолетовый. Вчера мы тоже получали фиолетовый из ближе ФЦ, можно взять с красным. Получится такой грязный фиолетовый. Иногда он даже лучше звучит в картинах, чем чисто фиолетовый. Поэтому, ну, прям вот так стремиться к этому, я не знаю. Возьмите фиолетовый из тюбика. Они тоже есть, существуют, бывают. Вот покажу вам. Есть вот такой вот, продается прям, написано фиолетовый цвет. Можно взять чистый фиолетовый. Можно взять какие-либо сиреневые цвета, мауве. Все что угодно. Но также можно их и получить. Краплак розовый прочный, кобальт синий. Получаете фиолетовый без каких-либо проблем. Да, петербургская розовая подойдет, пожалуйста. Кобальт синий. Это то, что я сказал раньше. Кобальт синий, либо ультрамарин синий можно взять. Можно и из этих цветов получить, да, можно даже с индиго получить фиолетовый. Все зависит от размесов, чтобы там будете намешивать, размешивать. А так, в общем, конечно, друзья, мы получаем различные оттенки из трех цветов, не используя дополнительных. А вот три цвета на мастер-классах, на всех моих мастер-классах мы начинаем именно с трех цветов. И человек, особенно новичок, который не знающий, мы же как приходим в магазин, спрашиваем у продавца, а что нужно для того, чтобы вот я хочу заняться живописью, но не знаю, что для этого нужно. И продавец, естественно, начинает нам продавать. Продает 128 оттенков разных цветов. И новичок начинает писать работу, не пользуясь ни разу вообще. Не замешивая, и пошли. А, закрой, пожалуйста, дверь, Тань. Тань! Я отвлекся. И новичок начинает писать. Причем пишут обычно новички медленно. Уходит. Порой бывает, что неделю уходит на работу. И в итоге на следующий день, через день. Ну и обычно как это происходит? Замесы не вот такие вот, как у меня на палитре сейчас. Вот смотрите, сколько краски лежит. А происходит это обычно выдавливаем капельки какой-то. И когда нужен повтор этого цвета, а если делается сложный замес, бывает из трех, из четырех цветов, и все. И человек запутался и не знает, а что дальше, а как быть-то, а как получить опять этот цвет. И только из-за этого мы начинаем работать именно с новичками, с тремя цветами. В основном с тремя цветами добиваемся нужного цвета.
принципе, любой пейзаж, он может себе позволить это. И написать можно, в принципе, любой пейзаж с тремя цветами. Так, ну, сейчас я возьму, определимся, чуточку белил. Макаю также в подсолнечное масло, для того, чтобы на палитре, как вы видите, цвета, они такие густоватые, краски точнее. И вот чтобы не было этой густоты, сейчас вот немножко так на кончик, прям на кончик набираю красного. Потому что красного он быстро-быстренько испортит нам цвет. Смотрите, он так прям резко такой становится красным. Сейчас я посмотрю, насколько передает камера. Чтобы мне было понятно, что вы видите все хорошо. Небольшая задержка. Мне нужно именно... Ну, почти. Почти. Я вижу, что есть такой, ну, такой алый оттенок пошел. Белило с красным. И вот там... Ох, еще кисть у меня... Такая боевая, не помыта со вчерашнего дня, но не страшно. Вот там все, вот туда под задний план. Самый задний план. Там, где будет небо находиться, горы. А я хочу сделать теплым его. Вы же можете его сделать фиолетовым. А каким-либо желтеньким можно сделать. Все на ваш вкус и цвет. Как хотите, делайте. Я его делаю вот таким красновато. Красный с белилами смешал. И получается вот такой интересный оттеночек. Ну и тем более, вы все знаете прекрасно, что если мы сейчас желтенький сюда включим, то нужно будет очень осторожно через белило делать переход наверх, на там, где будет находиться синий. Иначе у нас получится зеленый оттенок, зеленый, грязный, некрасивое небо будет. И поэтому не стоит сейчас вот сильно увлекаться. Здесь же я возьму сейчас, смотрите, макаем, разводим вот такую сметанное состояние делается. Такое вот как йогурт, сметанка и немножко синего. Немножко синего. Получаем небесно-голубой оттенок. Вот этим небесно-голубым оттеночком будем работать. Надежда Зотова пришла. Здравствуйте, Надежда. Канада с нами, Торонто. И у вас получается еще один лот. И вы дальше продолжаете участвовать в нашем розыгрыше. Вопросов я не вижу. Вижу, что... Чат работает, но пока без особых вопросов. Плавную такую растяжечку нужно сделать здесь сейчас от синего к голубому и практически вот здесь сейчас на самый верх доберемся плотным синим таким, для того, чтобы у нас было вот такой атмосферный переход от светлого к темному и получилась воздушная перспектива. Здесь вот по границе можно поработать сухой кистью так, чтобы вмешать вот этот розовый цвет в небесно-голубой. Ну и здесь можно помешать, как вам нравится, мастихином можно помешать по границе, можно сухой кистью. Так вот, вытирая кисточку. А чем дальше мы к небу, по небу поднимаемся выше, нам нужно приблизить это небо. И то небо, которое находится у нас над головой, близко к нам, оно, естественно, имеет... Опс, видите, не вытер. Попал туда красный. Ну, попал, и бог с ним. Сейчас мы его... Сейчас мы его раздавим. Да, я работаю... Без подмалевка, точнее, это и есть подмалевок, работаю без карандашей и угля, не делаю никаких заранее подготовленных
если вы видели и знаете, что много, очень много у меня мастер-классов на канале. Если вы знакомы с моим творчеством, то вы должны знать, что я никогда заранее не делаю рисунки. Ну и сразу начинаю рисовать. Не делаю никаких копий, даже с плейнера, если мы на плейнеры работаем, многое убираю из того, что вижу, многое добавляю своего иногда. И никогда не делаю абсолютную копию, если с фотографией работаем. Не нужно, не стоит. И это не портрет, это не та живопись, которая нас принуждает именно к детализации такой сильной. Вот такая нехитрая растяжка получается. Верх синий, точнее темнее, чем низ. Ну, можно здесь, в принципе, еще притемнить. Тут уже как вам больше нравится. И можно еще, в принципе, растяжку сделать. Посмотрим, может быть, я пока остановлюсь на этом. В принципе, конечно, можно в конце все это пересмотреть. Здесь нет облачности, и можно, в принципе, также написать облака. Очень люблю писать облака. Очень люблю писать облака. Но можно оставить и чистое небо. Здесь вот как раз Италия. В Италии очень часто такие пейзажи, когда Италия, Испания, где-то юг Франции, где мало облачности, практически нет ее там. Вот. И сейчас понадобится, естественно, такой сиреневатый. И даже не фиолетовый, а вот именно грязно-фиолетовый цвет. Я вам покажу, что я не буду сейчас кобальт доставать. Возьмем этот же самый синий. Надеюсь, все это видно. Вот здесь вот любые красные, в принципе, можно взять. Я возьму, попробую сейчас. Можно два замеса сделать. Один вот такой, другой такой, с добавлением белил. Смотрите, он начинает уже фиолетить. Даже вот красный возьму. И вот добиваемся практически такого фиолетового оттенка, грязно-фиолетового. Вот он, пожалуйста, то, что вы сейчас видите. Он сейчас нам понадобится для всех далей. Все дали мы пишем именно таким грязно-фиолетовым. Он не нужен нам прямо чисто фиолетовый. Ну и вот здесь что можно соблюсти? Это поделить холст. В принципе, он можно поделить на три части. Одна третья часть у нас остается для неба и для задних планов. В принципе, что с правой, что с левой стороны. Примерно это все одинаково. Так что делим на три части холстик. И вот как я вот сюда попал. Как раз вот отсюда будут начинаться уже горы. Ну и примерно... Примерно они будут протекать по линии всего горизонта, вот эти горы. Поэтому их нужно будет чуточку порисовать, но не делать их такими прям одинаковыми. Вот некоторые делают, как у верблюда, одинаковость такую. Здесь есть где-то возвышенности чуть ниже, чуть выше. А также по перспективе, по воздушной перспективе мы видим, что вот эти горы ближе находятся к нам, чем вот те горы, которые вдали вон там, ближе к солнцу. Солнце у нас, опять же таки, солнце у нас идет с левой стороны, это видно и по домику, и по теневым, ну вот, по тени кустарников видно, по самому дому хорошо определить. Поэтому начинаем писать. Опять же, как нам понравится, захотим именно такие горы, не захотим, пустим чуть их светлее вот здесь вот по-любому на левый план. Поэтому сюда понадобится нам еще белильца.
смешиваю белило, делаю такой замес. И вот те горы, которые там вот далеко-далеко, они тоже фиолетят, но практически этого фиолетового цвета не видно, и там есть что-то такое, вот просто намеки. Нужно слить, не делать никаких четких линий по горизонту, нужно слить именно горы с воздухом, с небом. Поэтому вот тут такая задача. Пастозности здесь, опять же, таки не нужно сильно накладывать. И вот этот бугор, где находится само строение, он, естественно, закрывает все дальние виды, поэтому сейчас мы избавимся также от пастозности. Пастозность не нужна на задних планах. Вытираем кисточку. Екатерина, приветствую. Так, кто у нас тут? Чикарелла, приветствую. Вот, вытираем все. Можно даже, в принципе, если кто любит, а у меня очень много любителей девушек, на мастер-классах мы любим писать иногда руками. И вот мы часто прибегаем к таким вот можно прям пальцем по границе смазать, и получится гора очень-очень далеко, слитая с небом. Это один из вариантов. Другой вариант, естественно, можно сухой кистью. И вот так вот, может быть, боком. Так, чтобы не было никакого резкого перехода. Если здесь мы можем позволить себе на правой стороне более резкий переход в макушках горы, ну, скажем, вот здесь, вот по макушке, можно его так более отчетливо показать. Но с левой стороны, там, откуда идет свет, там этого делать не нужно, не стоит. И тот же самый прием применяется в горизонтах во всех, в морских пейзажах. Обычно морская тема, она также сливается с небом. Согласитесь, друзья, с этой задачей справится любой новичок. Вот сейчас я вам точно не показал ничего такого сложного, с чем нельзя было бы справиться. На самом деле с этим справится любой. Так что, друзья, пробуйте, если у вас есть желание научиться рисовать, и вы готовы это делать. Смотрите мастер-классы художников. Художники рассказывают и показывают, уж тем более на нашем канале это делается бесплатно. Можете неоднократно пересматривать. Вика, добрый вечер. Пушкин с нами. Видите, какая у меня память. Ну и вот можно также как мастихином, так и чистым пальцем, вытирая, это тоже инструмент. И таким инструментом мы тоже можем пользоваться, как рука. Ну и вот и делаем что-то такое, похожее на горы. Видите, я не стал делать эту горочку именно такой. Мне она нравится по-своему, и делаю свою, и ничего страшного в этом на самом деле нет. Дальше движемся ближе к нам. Все, что находится ближе к нам, здесь уже мы будем выкладывать. Смотрите, здесь есть светлая травка, и она такая зеленовато-желтая. Прежде чем ее написать, обязательно нужно сделать, даже для этой травы нужно сделать подложку. А подложка у нас более темная, особенно на передних планах, вот здесь, где маки расположены. Очень темная подложка. Ее можно сделать из такого темно-зеленого цвета. Чтобы намешать темно-зеленый, нам понадобится синий с желтым. И в принципе мы можем синим с желтым. Вот сейчас я сделаю такой замес. И синий-желтенький. У нас получится зеленые. Чуть-чуть
чуть-чуть я возьму желтенького. Но так как у меня желтый такой, он больше лимонный, для того, чтобы он не был таким холодным, нужно добавить немножко красного, чтобы получилось теплый такой, теплый, темно-зеленый цвет. То, что нам сейчас понадобится. Оксана, спасибо за донат. И вы также становитесь участницей розыгрыша. Две картины разыгрываются 40 на 60. Они были заявлены в последних моих мастер-классах. Вы можете посмотреть вчерашний, там эти две картинки. Я сейчас не буду, может быть, в конце, если доберем до конца, мы, может быть, и разыграем сегодня. Посмотрим, кто станет победителем. Ну, во всяком случае, я вижу по статистике, по бегущей строке, кто сегодня участник вообще дополнительный будет. Вот. И, ну, а мы продолжаем. Сейчас вот там я вижу на задних планах, перекроем передними вот этими пригорками, я не могу назвать их горами, это уже более такой пологий, но там все-таки есть какие-то еще такие. Сейчас я попробую. Ну пусть он будет темный, бог с ним. Пусть он будет темный. Сейчас мы подберем цвета. Ничего страшного. Все равно можем сначала мы можем полностью избавиться вот здесь от белого полотна. И лучше это сделать, когда мы полностью избавляемся. Не так будет нас отвлекать. Не так будет наш глаз отвлекаться на вот это все белое безобразие. Также много раз рассказывал, почему мы это делаем. И много раз замечал за новичками, начинающими художниками, когда и сам делал в начале своей карьеры те же самые ошибки, когда рисунки получаются, как вот многие художники, есть такое слово девичье, по девичьи, где мало контрастов, где не хватает тональности. И многие новички на самом деле боятся вот этой тональности, и поэтому мы, в общем, прибегаем к аккуратности, берем тоненькую кисточку, как это обычно начинается живопись, с тонкой кисти. И тонкой кистью мы начинаем писать слева направо, сверху вниз. И уже по тому, как проходит время, иногда месяц нужно для того, чтобы написать работу новичку. Когда уже вся работа написана, в целом мы начинаем понимать, что не хватает контрастов. Работа получилась бледная, такая вот в пастельных оттеночках. И что? И можно, в принципе, браться заново и начинать рисовать еще раз поверх работы, делать какие-то контрасты, дописывать. Вот, чтобы этого не происходило, а это происходит именно потому, что наш человеческий глаз, к добру или не к добру, не знаю, так устроен, что оказалось, что все время мы отвлекались на белое полотно, и оно нас сбило с толку, и у нас поэтому не получилось ничего. Видите, сейчас я это все убираю, и у меня нет больше белого полотна, и оно меня не будет отвлекать. Поэтому, независимо от того, профессиональный художник или начинающий художник, ошибки сделает любой. Часто советую, есть такие холсты, продаются уже заранее грунтированы каким-либо цветом. Вот иногда нужна красная подложка, иногда серая какая-либо. Иногда черная подложка нужна. Все тут тоже зависит от того, какими мы красками пользуемся. Иногда мы пользуемся прозрачными, делаем серьезную работу. Вот. И нужно, чтобы подложечка просвечивалась.
И вот есть такие холстики, которые продаются уже загрунтованные заранее. Так. Ну что ж, Ол пишет, Вякинцы опять десантировались, будут вопросы. Да, ради бога, вопросов мы не боимся. С Дмитрием мы прекрасно дружим, общаемся. Главное, чтобы не было глупых вопросов, а то вот знаете, как бывает, научишь попугая разговаривать. Это не значит, что он будет разговаривать, а ты должен его потом слушать. И поэтому, если кто-то будет задавать мне вопросы, только не глупые. Вот, насчет подмалевка вот этого, где я подмаки сделал, здесь опять же таки, ну, нет никакой разницы, какой вы подмалевок туда занесете. И не путайте, вот сразу вопрос с лессировкой, так можно. Вот насчет лессировки я вам про холст только-только сказал. Лессировка — это вообще прозрачная живопись. Краска, которая прозрачная. И когда мы долго с ней работаем, это такая трудоемкая работа получается. Когда мы не за раз ее пишем, а покрываем, во-первых, толстым слоем, потому что прозрачная краска, она... Если вы ее пастозно сделаете, то получится, возможно, что она потрескается у вас. И, скорее всего, она потрескается, потому что лессировочная краска прозрачная, она не любит, никакой пастозности не любит. Поэтому на такие работы уходит достаточно много времени. Одну из них я делал почти 9 месяцев, у кого-то год уходит. И вот представляете, на этом этапе можно, в принципе, если мы пользуемся и делаем такую серьезную работу лессировочно, пользуемся прозрачной краской, на этом нужно было бы сегодня уже остановиться и все, подготовить до следующего этапа, и через 2 недели еще тонким слоем, и еще потом 2 недели ждать, 3 недели до полной высушки, потом опять тоненьким слоем прозрачной. И вот таким способом рождаются многослойные, сложные работы. И они требуют от художника много, отнимают времени. Ну а сегодня нет такой задачи, мы пишем быстро. Это импрессионизм, это такой стиль. И делаем свою работу очень быстро. Анастасия пишет, что здесь вопросы как-то не приветствуются. Ну, кто вам сказал такое? Вопросы, пожалуйста, задавайте. Я только что озвучил это. И если у вас есть какие-то вопросы, не глупые вопросы, а нормальные вопросы, без подковырок, то можете задавать. На любой вопрос ответим вам. В каком смысле, что вы надеетесь, что я более уравновешенный? В том плане, что меня можно каким-то образом вывести из себя? Навряд ли. Ну да, вот, все верно. Прожил я все эти... сложности. Ясно, все понятно, хорошо. Не буду я сейчас пока отвлекаться, но периодически буду посматривать чат, подходить. У нас все спикеры хорошие. У нас вообще должен вам озвучить Анастасия, что наш канал – это канал не одного художника. И у нас на нашем канале выступают не только художники, но и любители. Поэтому у нас разный уровень, от новичка до профессионала. Всех приглашаю на наш проект. Кто-то, если что-то, может показать себя
свою работу в эфире, то, пожалуйста, приходите, пишите. И вас приглашаю, можете приходить писать. Поэтому тут ведь как? Есть художники, которые действительно съели уже эту морковку, а есть художник-новичок, который не знает еще толком ничего в живописи, но нет страха у него, и он пытается что-то показать, и мы вместе рисуем, рассказываем, показываем. Такой вот у нас развлекательный канал, где все могут принять участие в нем. Травяной зеленый, да любой можно. Здесь вот в подложке, конечно же, ничего нет. Единственное, что она не должна пастозна быть, потому что будет мешать. Мы же будем прописывать еще. Избавьтесь сразу от всей пастозности. Так, чтобы не смешивать второй слой. Вот сложность именно в живописи, когда мы пишем импрессионистскую работу, делаем быстрый рисунок. Люди не знают, и краска начинает скользить, тормозить, смешиваться между собой. Поэтому вот в таких работах обычно мы используем сначала вот такую непастозную подложечку делаем, чтобы можно было на ней второй, третий, четвертый слой рисовать. Но пока да, пока как-то так. Я сейчас тоже сразу избавляюсь всей ненужной пастозности, так чтобы можно было порисовать. Вот иногда сложно задать сразу на белом холсте, задать какой-то темный цвет, особенно если нам нужны какие-то черные оттенки. Обычно художники добиваются с помощью, ну вот как я редко использую, иногда использую, но очень редко. Смешиваю вместо черного синий с красным, и иногда добавляются туда желтенькие оттенки для того, чтобы получить такое вот напоминание на черный, очень темный оттенок. И ну, на данный момент здесь я таких вот сложных черных не вижу. Очень темные есть вот те деревья на задних планах. И вот здесь вот в кустарнике глубина зелени, она более такая. Ну и можно, естественно, вот здесь где-то что-то на самых вот здесь передних планах вот так вот сделать намек на какую-то травку. Здесь будет травка расти. Поэтому в некотором роде мы тоже можем сюда на передний план внести такой вот темный цвет, так чтобы показать глубину тени. Все, что находится близко у нас, побольше в размерах. Ну и та же самая трава, она тоже имеет такие некие большие размеры. Дальше вот здесь вот сразу вот этот островок. А он выступает, смотрите, он выступает выше горы, практически в два раза выше, вот, два раза выше горы. Поэтому здесь совершенно спокойно можно, ну, примерно, опять же, таки не делаем, это прям вот нет такой задачи в точную копию уйти. Делаем по-своему островочек. Можно индиго взять, можно взять синий-красный, чуточку желтого добавить. Получится такой вот тоже зеленоватый, темно-зеленый. Темно-зеленый, там, где будет находиться домик, темно-зеленый островок. Ну и сразу от пастозности, естественно, избавляемся. Олд пишет, что шатать никто не собирается меня. Вообще, сразу скажу, бесполезно меня шатать. Я
у нас репутация нашего канала, она немножко другая. Если кто-то меня собирается шатать, вылетит, как, помните, Иван Степанович сказали в этом фильме такой есть, «Сваты». В отеле ему сказали, вылетит, как сопли в платочек. Так что вот здесь прям вот обещаю. Шатать нас не нужно. И сам не позволю, не позволю шатать никого из наших художников. Так что имейте в виду. Делается это быстро, одним кликом. Анастасия, наверное, знает, так как является модератором сама. Наверняка делала это неоднократно с другими. Так, ну что, продолжаем. Кустарники, вот тут кустарники, и они сначала, вся глубина нам нужна в кустарниках, также нужна. И вот эту глубину задаем. Хотя можно, конечно, сначала высветлить все поля тополя, вот эти вот задние виды, но без разницы, в общем, здесь все равно все будет перекрываться еще светлой шапкой сверху. Так что здесь все так вот, все. Дальше есть у нас на задних планах, но здесь, конечно же, я взял уже такая, она более широкая, от нее лучше избавиться, не прибегать к ней, взять какую-либо такую потоньше кисточку, чтобы можно было пописать ей. Может быть, есть такие вот продаются, я часто пользуюсь, беру строительные кисти, тоненькие. Щетину в Баухаузах получается, что это как строительный магазин в Германии. Такие вот с длинным ворсом. И беру его, потом обрезаю. Получается, вот такая кисть получается обрезанная уже. Экономия полнейшая, в том плане, что вам не нужно покупать экстра какую-то кисть, где одна короткая, одна длинная, может быть, щетина нужна. И поэтому вот здесь, обрезав кисть вот такой щетиной, можно хорошо навязать краску в само полотно. Здесь вот красочка, она лежит пастозненько, но иногда есть такое слово навязать краску. Навязать — это значит, вот она не укладывается, а мы хотим ее более темной сделать, а она, когда мы начинаем ее размешивать, тем более там была какая-то подложка сделана, может быть, белила попали заранее. И в этом случае мы ее втираем, втираем, прям вот хотим ее туда втереть, а она иногда светлеет заново. Тогда в этом случае нужно, вот как здесь, например, мы должны избавиться, во-первых, от пастозности, а во-вторых, навязать ее в холст, втереть туда, вот прямо она должна быть втерта. Как только она навяжется, и мы можем не по пастозности уже сверху работать по этой краске, тогда будет легче. Многие также не знают этого правила. И вот представьте толстый слой глубины дерева, например, или того же самого кустарника, и нужно еще листочки там прописать. И потом мы начинаем прописывать листочки, накладывать их туда. В итоге получается, что это вязнет все, все перемешивается между собой, и получается такое вот состояние скользкости, что иногда невыгодно. Так, ну там у нас есть еще домик. Сейчас сразу домик. Вот тот же самый домик, чтобы сейчас, например, написать.
вот эта краска, она будет мешаться. Поэтому она должна быть здесь вот такой полусухой. Но цвет должен быть в подложке темный. Иногда вот так против шерсти очень удобно выбирать, вытаскивать. Ну и когда уже есть эта подготовленная горочка, можно пописать там, что мы там видим уже. Так. Второй раз я вижу, закрасила травяной зеленый. По-моему, я уже читал. Так, Анастасия пишет, что все отлично. Разъясняю хорошо. Значит, здесь что такое? Сюжет симпатичный. Да, вот где-то недалеко там в прошедших видео мы писали уже этот пейзаж, только с другой стороны. Он очень такой интересный получился. Он там с желтыми цветами небо. И тоже достаточно такой яркий, по-моему, раннее утро. Состояние раннего утра, где уже солнышко встало. Нет, вот, в этом вся загвоздка и есть. Мы пишем сначала, это вообще правило живописи, в основном масляной живописи, когда мы пишем сначала темные оттенки, потом высветляем работу. В некоторых случаях мы пользуемся масляной живописи, как в акварели. А в данный момент тоже я рассказал вам про лессировку, и вот там как раз таки можно применять обратную технику. Добрый вечер, там кто у нас, Лариса пришла. Так что перетемнить мы здесь ничего не перетемним, страшного здесь ничего нет. Вот сейчас я возьму, есть такой, здесь оранжево-коричневый, между коричневым и оранжевым цветом. Нужно замешать красный с желтеньким, чтобы получить такой вот оранжевый. Сейчас я здесь выдавил, такой теплый еще я выдавил. Точнее, теплый желтый, средний желтый. Вот здесь края на палитре. Очень неудобно, когда второй камеры нет. И я понимаю, друзья, мне держать надо и показывать. Вот здесь вот желтенький с красным. Получился оранжевый цветик. Вот, в принципе, можно его взять, можно немножко прибелить. Сейчас уберу этот лист. Можно даже немножко где-то взять белил, где-то взять в эти белила чуточку еще добавить синего, и у нас получится, но вот даже не синий, вот здесь вот даже помешанный какой-то есть. Аккуратно вот здесь с правой стороны заходим, так, чтобы получить вот правый от солнца в домике я вижу такой вот цветик. Он может получиться не обязательно именно таким. Можете по-своему сделать, можете даже фиолетовый пустить. Вот все, что в теневой находится, можно совершенно спокойно писать фиолетовым. Но там, здесь присутствует не только такой вот фиолет, но присутствуют какие-то вот такие еще красно-коричневые. Опять же таки, это такой замес, где не факт, что вы должны именно этого цвета добиться, именно этого тона. Здесь нет этой задачи. Нет. И также в живописи, по сравнению с фотографией, вот чем отличается живопись от фотографии, совершенно спокойно мы можем усиливать цвета и взять, например, левую часть вот этого домика. Мы ее видим такое светло-коричневое, опять же таки с краснотой немножко. Очень легко можно взять, да, тот же самый оранжевый, и он также вполне подойдет для этих целей. Ну, можно пригрязнить его, чуточку пригрязнить. Давайте я попробую сейчас. Попробуем. Всегда же мы ищем, всегда выискиваем эти акценты. Ну, вот, наверное, так. Вот такой будет сейчас. Только я замес сделал слабеньким, мелким. А
Опять же таки основные три тона: красный, синий, желтый. И все мы добиваемся и только из этих красных, синих, желтых. Тут у нас есть вот этот домик сияющий. С одной стороны от солнышка. Давайте я его сейчас. Здесь есть такая некая линейная перспектива, где скос идет на туда. Дальняя часть дома, она немножко под наклон идет. Так, индийская желтая. О, у нас уже комплименты пошли. Грациес. Настя, добрый вечер. Добрый вечер, кто присоединяется к нам. И может быть удобно даже писать такие вещи, конечно, тонкой кисточкой, потоньше, но в общем не привыкайте к тонким кистям, только вот если какая-то такая детализация, тогда да. А вообще тонкая кисть, она не для прописи картин, не сразу к ней надо браться за нее. Так, и вот такой кирпично-красный цвет, там есть два, один, опять же, такие вот здесь спереди, там где у нас вот эта часть дома. Ну, я не буду сейчас прям сильно так детализировать. Нет, все-таки тоньше надо кисть. Еще краснее вот сюда. На левую сторону. Крыша такая, она здесь треугольная, интересная. Сейчас я возьму потоньше кисточку, не справляюсь я с этой кистью. Иногда не справляюсь, надо брать что-то такое потоньше. Чуть позже я отвлекусь на чат, сейчас, чтобы мне дописать вот эту вещь. Кирпично-красный, вот здесь такой вот, можно его поярче даже, чем на самой фотографии. Ну и порисовать. Вот это рисунок, это не мастер-класс, и вообще с рисунками здесь, конечно, все сложнее по рассказам. А так, в общем, это, наверное, самый сложный момент во всей картине, где, может быть, человек будет буксовать в этом плане. А так, ничего сложного, конечно, здесь нет. Любой новичок справится с этой работой легко. Пока вот такой получился некий грибочек. Сейчас мы его подправим весь. Здесь есть такой неровный треугольник. Некий такой. Ну и там все это забьется, естественно, забьется все это. Еще кипарис. Скорее всего, это кипарис, если я правильно осмысливаю. Так, с крышей сейчас немножко я уже справился. Теперь остается только правая часть здесь, та, которая находится, как моя бабушка говорила, в потемках, в темноте. Вот раньше был язык, вроде бы Россия, где я родился. Но вот старорусский язык, он такой интересный. Так, вот начинает что-то выходить из того, что должно выйти. Там есть еще окошечки. Вот сразу я их сюда закину, чтобы уже к дому
особо не возвращаться. А рисовать окна мы не будем. Такой вот намек только на пару окошечек. Как у... Где-то мы писали с Алексеем Думлером. Работу Куинджи делали. Вот там он пытался, Леша пытался что-то нарисовать. Я говорю, зачем рисовать? Просто вот намек и все. Просто намек. Ну там, в принципе, конечно, много деталек в домике. Там вот карниз какой-то, можно под карнизом тут темноту и все вот это вот сидеть, выписывать. А с другой стороны, конечно, это делать не нужно. Все вот так вот легко, просто, без особых замыслов. Вот, уверяю, никто не будет сильно обращать внимание на эти окна. Самое сложное я уже сделал. Теперь приступаем к легкости. Все, что осталось. Все, что осталось, здесь легко, друзья. Сейчас я вам покажу, как это легко. Насколько это легко. Да, на самом деле, да. Вообще, тонкую кисть не берите. Но только вот для каких-то таких вот мелочевок, детализаций можно воспользоваться. Но ни в коем случае не привыкайте. Особенно с самого начала нужна интенсивная живопись. Вы должны прям вот весь подмалевок, весь рисунок, весь этюд написать, по возможности написать толстой кистью. То, что мы сейчас делаем. Так, ну что, переходим на кипарис. Вот заляпал я уже, кстати, свою. Ну вот здесь я возьму, конечно, для вот этих целей я возьму круглую кисть. Хотя вполне подойдет и какая-то плоская, и любая круглая. И, естественно, мы писать не будем ничего. Естественно, будет вот такие макательные, вращательные, макательные движения кисточки. Иногда кисть нужно проворачивать для того, чтобы красочку стянуть с кисти. Ну, я вижу там три кипариса. Можно написать два, можно вот тут еще где-то отделить. Опять же таки, я уже повторюсь и повторяюсь, что не делаем мы здесь никакой абсолютной копии. Мне так хочется, мне так нравится, и как мне нравится, так я и буду писать. Я... Вот, а в правилах вообще в живописи нет такого. Ну вот здесь они скорее посажены, эти елочки. Ну а с другой стороны, вот в природе, например, такого редко встретишь, потому что в природе ничего не бывает одинаково. И мы обычно в природе сталкиваемся с тем, что нет точной математики. Так, ну вот, опять же таки, идет на скос. Здесь есть вот кипарисик, который выше, потом идет ниже. И потом еще ниже. Там еще ниже. Такой вот островок получается. Это все темное, темно-зеленый. Возможно, может быть, чуточку искажает камера. Я вчера сильно искажала, сегодня я подстроил так более-менее. Надеюсь, что нет такого сильного искажения по цветам. Во всяком случае, надеюсь на это. А там посмотрим, как оно в итоге получится. Ну и всегда можно, в принципе, вот мы если делаем какой-то рисунок, какой-то подмалевочек, любой этюд можно, в принципе, завершить. Опять же таки, в любое время нет в живописи такого, чтобы мы могли сказать, вот на этом все, и картина готова, и больше мы не подходим к ней. Иногда художники подходят через год,
через пару лет что-то дописывать в своих работах. Я это делаю на самом деле очень редко и вообще практически не делаю. Раньше, может быть, я как-то еще в этом плане мог что-то изменить в своих работах. Сейчас я уже не прихожу к этому. Во-первых, не хватает ни времени, ни сил, ни желания. Порой нет такого, чтобы что-то исправлять. Ну вот есть там на задних планах что-то такое мелкое. Сейчас я взял именно тоненькую кисточку, потому что неудобно. Мелочевку писать будет неудобно именно в этом плане. А так, конечно, дальше сейчас мы возьмем, попробуем где-то мастихин использовать. Так, слышу, тоже идет донат. Здравствуй, донат. Кто это? Екатерина, спасибо. А вот Екатерина, наверное, не слышала. 250 рублей стоит один лот, если вы будете участник, если становитесь участником розыгрыша, будет разыграна картина, две картины 40 на 60, раннее утро и поздний вечер. А, ну и самое главное для участников розыгрыша писать фамилию дополнительно, чтобы не было путаницы, чтобы я понимал, что кто у нас Екатерина. Екатерина, у нас много, но тем не менее спасибо за донат. Так, народ, кто-нибудь берет на планере прозрачный крас? Прозрачный, вот смотрите, прозрачные краски можно полупрозрачные брать, можно брать прозрачную краску, но к ней нужна определенная наработка. Вы не сможете работать с прозрачной краской, если вы ее не знаете. Точнее, вы ей напишите, смешаете. Пленэры — это вообще быстрая живопись. Это вот то же самое, что мы сегодня делаем, то есть по фотографии. А прозрачная краска, если вы ее смешаете с непрозрачной, толстослойная у вас получится, она потрескается. Ее нельзя ни в коем случае толсто положить. Поэтому вот это учет номер один. А второе, финал будет неизвестен. В финале вы можете попасть в просяк и, смешав прозрачную краску с непрозрачной или с полупрозрачной, у вас получится, сейчас вы видите ее так, а после высыхания она будет звучать совсем по-другому. Вот и все, и будет очень сложно понять. Многие пишут ведь именно о цинковых белилах, прозрачные считаются и делают работы этюдные. Но здесь вот, конечно, сложность именно в этом. Имейте в виду, чтобы не попасть в такой просак, нужно обязательно пробовать перед тем, как вы пишете. Если вы берете прозрачную, то вы должны знать, как она себя поведет, с какой краской. Лариса пишет, что прозрачную берет. Да, я советую, уже всем советую. Во-первых, этюдники пишутся быстро, энергично, не смешивая там. Если у вас есть опыт на это, конечно, вы можете чистыми цветами писать. Если опыта нет, то не прибегайте к большому разбросу, иначе вы можете легко запутаться. Ну, а я продолжаю. Я сейчас намешал желтый-красный вот здесь, добавил немножко оранжевый туда, он такой теплый получился, более теплый, чем холодный. Такой вот солнечный. И вот там у нас есть за кипарисом, особенно левая сторона, вот здесь везде. А здесь прорастает именно вот такой. Там есть зелень, но она не без теплоты. Обязательно нужна туда красный в разбавлении сюда. Ну, попробуем сейчас что-то такое. Видите, красного, даже красно-оранжевый где-то вот здесь вот выходит. Если камера хорошо передает и хорошее освещение, то должно быть видно, что выходит здесь на некоторых местах такой вот красновато-оранжевый. И получается, вот в принципе, получается солнечные такие оттеночки. Сейчас сразу вот эту горку сзади написать, чтобы уйти от нее и уже не приходить. Сейчас я возьму
сюда чуть больше синевы, чуточку больше синевы, вот на этот план. И там вот где-то возле этого дерева есть такая непонятная гора. Она не зеленит, а больше синит там. Поэтому можно чуть больше синего сделать. А почему синит? Потому что, в принципе, она еще находится не так далеко, как те дальние горы, но тоже не близко к нам. Воздух, он имеет такое свойство немножко синить. Ну и можно вот грязно-фиолетовый, только немножко темнее. Не как вот с правой стороны, а чуточку темнее еще воспользоваться. Да-да, телефон пикает. Ну и все, наверное, на этом. Дальше мы легко можем уже переходить на зеленые, на желтые, на травяные оттеночки. И прописывать уже больше. Смотрите, как толстенько так вот здесь я набрал. И можно... Так, ну давайте вот здесь ее. Сейчас я задний план загоню туда. Сделаем этот рисунок. Я беру как раз таки вот этот желтый лимонный цвет. Тот, что он... Можно его немножко прикраснить. То есть вот желто-лимонный и немножко оранжевый. Но оранжевый, сами поняли, как я его получил. Это красный и желтый. И вот все три цвета, они постоянно мешаются. Постоянно желтый, красный, синий. Постоянно у нас получается. Здесь вот желто-лимонный и чуть-чуть красного. И он получился такой вот не сильно едкий зеленый, а такой солнечный получился немножко. Можно еще... В некоторых местах прям вот бликами показать белило. То есть прям вот в некоторых местах забелить. И будет очень солнечно. А если белило с красным еще немножко, то получится вообще ярко-ярко-желтые оттенки. Такой вот рисуночек пока. Можно взять мастихин сейчас. И все это очень быстро. Здесь на переднем еще плане кустарник растет, и пока его нет. Но его нужно тоже показать будет. Ну и уводим, 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 уводим. Вот я прокрутил прямо кисточку, стянул полностью с нее краску. Прямо вот прокручивая, стягиваю. И можно еще раздавить вот так на задних планах. Что тоже есть один из таких неких вариантов. И вот здесь, опять же таки, не буду я здесь прям вот стопроцентную копию выходить с этим кустарником. Можно все это сделать примерно. И возьму я, наверное, мастихин. Так, почитаю, что тут у нас пишут, чтобы не пропустить. Пожалуйста, Светлана, разве не рассказывают художники, что такое покрывная, укрывная, некоторые говорят, или прозрачная краска? На тюбе как стоит, там есть полупрозрачная, прозрачная. Вот про прозрачную пропустили, Анастасия, я же рассказывал, я же вот прям рассказывал про прозрачную краску. Сейчас я расскажу еще, возможно, что люди подошли, дочитаю сейчас чат и расскажу еще раз вам. Так, много кисточек, акварель. Ну, акварель не может не бесить. Почему? Акварель — это хорошая краска,
с ней нужно уметь работать. И вообще акварелью, когда пишешь, нужно сначала обдумать, там как математики, вот, все белое остается сначала, все нужно решить в голове, и только потом. А если нет опыта работы вообще с красками, то, конечно, начинать с акварели просто бесполезно. Так, не надо, в процессе использовать так. Холст можно показать. Он практически прямо вот камера практически на него смотрит. Чуточку только, но рассмотрите, да, я покажу в конце, поставлю прям холст прямо. Так, дальше что у нас? Светлана пишет, что а мне кажется, что прозрачный глистировок. Совершенно верно. Ну, давайте по прозрачной краске. Для чего она вообще нужна и как ей работают? Эффект прозрачной краски. После высыхания, во-первых, как мы ее можем отличить, если у нас нету на тюбике какой-то, допустим, маркировки, обозначения? Легко. Выдавливаем палитры. Обычно вот у художников, тоже я часто говорю, пользуйтесь, друзья, палитрами темными. Вот, можно брать, я беру вот такие полотна 30 на 40, и потом просто вытирается краска, они такие темно-зеленые становятся, потом в конце пару раз воспользуйтесь, и она будет такая темная палитра. Когда прозрачную краску выдавливаете на палитру, вам кажется, независимо от того, желтая она, красная, зеленая или какая-то еще, она кажется на такой палитре черной. И только на белой вы можете распознать, на белой палитре вы можете распознать цвет. А на темной палитре любая прозрачная краска будет казаться черной. А почему? Потому что она просвечивает палитру, и вот то, что вы видите, то вы видите. После того, как вы работаете с прозрачной краской, если мы начинаем какую-то серьезную работу, мы сначала подбираем холст, то есть нам нужен грунтирунг холста. Он может быть любым, он может быть серым, красным, синим. То есть нужна какая-то подложка для того, чтобы все это светило. Вся картина, она должна светиться. В ней должна быть и жизнь, и свет, и все остальное. Это первое. Когда мы работаем только прозрачной краской, в основном это не делается художником, но иногда нужны детали, которые должны просвечивать грунт, и из-под грунта должно просвечиваться, высвечиваться до самой последней красочки. Наносится, во-первых, тоненьким слоем, и, во-вторых, делается вот такая работа, она очень трудоемкая и делается не за один день. То есть вы делаете, например, что-то рисуете, те же самые горы, вот свечение гор, просвет. Сейчас мы их просто покрыли одним тоном, а мы хотим показать, что они на большом расстоянии, что много-много здесь еще до гор воздушного пространства, чтобы показать, вот как мы показали, это просто импрессионистская живопись, она смотрится так вот простенько. Ну а если мы это делаем лессировочно, прозрачной красочкой, то, естественно, у нас горы будут смотреться в итоге, в финале работы по-другому. Будет на самом деле по-другому живопись смотреться, и будет она смотреться, как будто мы смотрим через стекло, потому что первый слой просвечивается второй, и видим первый слой и подложку, потом мы наносим третий слой, видим второй слой, видим третий слой и подложку и так далее и тому подобное. Вот таким слой за слоем делаем серьезную работу. Очень трудоемко, друзья. Я делал такие работы. На самом деле нужно мало того, что нужно много терпения. И если вы уже занимаетесь такой живописью, то лучше заниматься уже, брать не только одну работу писать, а делать много работ одновременно.
для того, чтобы вы могли от одной работы к другой переходить. Ну и трудоемко это все, это представьте, это нужно все выждать, высушить. Потом, опять же таки, есть опасность того, что нужно где-то сушить, где действительно нету ветра, нету пыли, нету. Обычно у нас где-то на чердаках это делается, в пыльных местах. Поэтому здесь вот все один к одному складывается и получаются вот такие вот сложности. Надеюсь, я объяснил вам, как работать с прозрачной краской, что для этого нужно. И, ну, есть, конечно, еще много информации в интернете, вы можете почитать. Многие художники рассказывают, должны, во всяком случае, рассказывать, что и как. Двигаемся дальше, двигаемся, не останавливаемся. Так, 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 кисточки мешают. Иногда вот такие палитры, они становятся тоже... Вроде думаю, что хватает ее, а на самом деле не хватает. 2-3 надо брать для того, чтобы можно было много разных замесов получить. Так, есть такое еще вот мастихинам, кто учится работать. И очень хороший прием, когда мы макаем мастихин, просто обмакиваем. Вот мы берем и вот таким вот макательным движением не рисуем ничего, а просто не как хлеб на масло намазываем, а вот именно такой вот некой пастозностью макаем. Очень красиво получается, можете попробовать. И много таких разных полевых пейзажей можно написать именно таким способом, переходя из одного состояния в другое, где-то у нас больше света, то есть мы можем, допустим, чередовать. Здесь вот у нас, например, на переднем плане перед этим кустиком больше света, и поэтому здесь вот мы можем замакать, такое вот состояние создать для поля. И ведь на самом деле люди многого не знают, не знают технологии прописания картин, написания. Если вы все это видите сейчас и схватываете очень быстро, потому что нет, в общем, никакой сложности. И с этой задачей действительно справляется любой. Те люди, которые приходят ко мне на мастер-классы, говорят: я не умею, Александр, ты что, какие картины? И когда я показываю, попробуй, у человека все получается. В этом есть весь смысл. Сегодня можно научить рисовать не только человека, у которого есть к этому какие-то способности, но и, в принципе, рисовать можно научить любого маломальского человека, который имеет маломальское желание, скажем так, приучиться к живописи. И вот, зная такую технику, очень легко, в принципе, дается любому. Я считаю, что каждый сможет справиться с этой задачей. Смотрите, как играет сама подложка сейчас нам на руку. То, что мы сейчас наносим. Также есть у нас, если бы мы это делали прозрачной краской, у нас бы был просвет. Нужно было дождаться высыхания и потом посмотреть. И вот есть по... Там в зависимости от того, что мы пишем, конечно, еще прозрачные листья, например, да, вот особенно осенние пейзажи, где есть прозрачность в листве,
прозрачная, где-то вот воду можно писать. Очень красиво получается, когда мы сначала камешки пишем, потом сверху прозрачной краской и несколько слоев, слой за слоем, получается, ну просто, просто великолепные такие получаются моменты. Это не передать, это вы должны смотреть. Сейчас вот в некоторых местах такой вот я беру красный и нечаянно я сюда, здесь вот по-другому не назвать, прямо вбил сюда много красного ненужного. Сейчас попробую я его высветлить немножечко желтеньким. С красным нужно аккуратно, красный он такой едкий-едкий и бывает, что очень быстро можно попортить всю краску таким вот едко-красным цветом. Да что ж такое, чат-то как быстро убегает, не вижу я. Вдруг что-то. Вы, если что, там колокольчиком дрын-дрын. Так, ну ладно. Донат, спасибо. Кто-то донат выслал. Пока не вижу сейчас. Секундочку. А, приветствую, Дмитрий. О, так у нас сегодня розыгрыш, наверное, состоится, скорее всего, там до полосочки осталось совсем-совсем чуть-чуть. Огромное спасибо за такие донаты. Всегда радует, приятно. Я вижу, что все равно камера искажает, но нет такого, чтобы прям вот 100% попасть где-то. Где-то все-таки освещение у меня, вот это вот магазин галерейное освещение, оно совсем не подходит здесь под. Где-то сейчас, может быть, я убрал все настройки, в принципе, они убраны сейчас на состояние такое. Покупное, как я купил камеру. Попробую еще немножко. Может быть, желтый появится. Нет. Желтый начинает делать. Желтый появляется. И тут же краснеет все ненужные какие-то оттенки. Я ничего не сделал. Не буду. Я вчера пробовал экспериментировать. Не получается. Все-таки вот по фотографии там более-менее что-то еще такое видно, но это все равно не то. Картину надо смотреть вживую. Очень, очень тяжело передать через ветку. Нет такого прям вот. Мы пробовали даже студийное освещение, оно все равно искажает. Что ты тут? Что мы только уже не применяли? Чего только не делалось. Пусть будет так. Главное, понятен сам прием. И вы можете воспользоваться этим приемом, попробовать. Ничего сложного на самом деле нет, друзья. Вы справитесь прям вот легко-легко справитесь. С такими работами, с такими, с работами. Вот на прошлый раз, кто видел, мы писали тоже Тоскана. С другого ракурса, с другого вида, то есть вот с той стороны писалось. И, ну, в общем, тоже у многих получилось. Мне присылали работы. Ничего сложного такого нет. Макательными движениями получается и фактурно, и, в общем, получается неплохо так вот. Но за исключением, может быть, переднего вот здесь плана. Здесь, конечно, макательные не подойдут движения. Здесь нужно писать траву. Вот поэтому мы с вами ее напишем. И все это сделаем.
Есть свойство написания травы, например, вот пробивание мастихином. Это тоже один из таких вариантов, когда мы можем просто простучать. Есть, много раз я показывал, таким вот прошкряпанием, процарапанием. То есть вот мы берем красочку, потом ее берем, вот так вытягиваем вот эту по краске. Можно, способ есть простукивание кистью. То же самое, как мастихином, только мы простукиваем кистью, например. И тоже получаются такие интересные, разнообразные такие вот травяные истории на полотне. Можно прописать, естественно, мы можем прописать каждый листик, каждую травинку, что в общем делать, в принципе, не обязательно. Но это все на передних, мы еще придем сюда, пока я не буду отвлекаться на этот план. Давайте доработаем задние планы. Там вот на самом заднем правом плане я вижу, там есть такие оранжево-красноватые. И сразу я сделаю такой замесик солнечный, оранжевый. И, может быть, даже усилю его. Не буду я прям 100% такой вот в тусклый пускать, а именно в такой ярко-оранжевый. Он будет красивее. Как я уже сказал, что мы можем... Совершенно спокойно мы можем приврать, мы можем писать намного ярче, чем мы видим на фотографии. Никто нас за это не будет ругать, я думаю. И вот где-то, конечно же, среди вот этих фактурностей задних планов, вот здесь вот на переднем плане я вижу, там есть такие красно-оранжевые. И тоже наверняка там растут маки, как и на переднем плане, только вот здесь вот где-то в центре, ближе, ну вот, допустим, вот тут там растут какие-то маки. Ну и пусть они там растут, почему нет? Мы их совершенно спокойно вот такой, можно мастихином также макнуть, а можно кистью, не бояться, вот тут вот где-то. Прям забить туда. Давайте побольше сделаем. Ничего страшного. Вот тут где-то. На передний план еще опуститься надо мастихином. Давайте пониже, потому что здесь все-таки идет у нас вот от куста начинается, и потом здесь все маки растут. И в принципе вот до сюда можно и, да? Да, совершенно спокойно. Забьем эту фактуру. Вот, кстати, акрил, он больше, акриловая краска, она сделана на основе мела, менее прозрачна, чем масляная краска. Поэтому в некоторых случаях акрил, он даже ярче, чем масло. Здесь вот вы должны понимать это. Но у акрила есть такое свойство после высыхания, как и, собственно, в некоторых масляных красках есть тоже такое свойство. После высыхания изменяет оттенок, меняется. И вот как с акрилом, так же и с маслом. В любом случае с любой краской нужно понимать, что после высыхания она может изменить свой тон. Стать на тон темнее или на тон светлее. Особенно если мы смешиваем несколько компонентов сразу. Бывает, что мы берем разные фирмы, разных марок красочку. И там, конечно, может быть вообще непредсказуемо. Но когда мы работаем одной и той же маркой на протяжении некоторого времени, уже долго, там мы, конечно, понимаем, что происходит. И уже при написании следующих работ
мы знаем, что нужно светлее сделать, что темнее немножко оставить. Также и вот с акрилом есть такая беда, когда нужна некая такая привычка. Привычка и понимание, что будет происходить после высыхания. Многие пишут мне, например, там какие-то цветочки рисуем, и потом высохла работа, и все пожухло. Тут ведь тоже есть одно из таких правил, когда работа жухнет. Возможно, что у вас очень быстро сохнет холст, сохнет краска, впитывается сразу. И вот в этом случае тоже очень часто жухнет краска. Даже хорошая, даже сочная, она все равно жухнет, потому что очень быстро высыхает. Масло должно сохнуть на порядок долго сохнет и не должно сохнуть быстро, иначе оно теряет свое свойство и жухнет. Для этого я покрываю холст первоначально, я делаю, обрабатываю холст маслом подсолнечным, бываю по два, по три раза покрываю, и после этого только уже наношу краску. Вчера меня спрашивали, вопрос был, можно ли сушить феном. Масло сушить нельзя феном, в том плане, что оно, опять же таки, потеряет все свое свойство. Вот здесь вот много таких вещей, которые нужно знать. Так, ну что, вот здесь вот разнообразие такое. Сейчас у меня закончилось желтенький. Желтенький, сейчас внесу еще. Желтенький у меня чуточку потерялся. Точнее, растворился на палитре. Yes, Оксана. А вот напишите мне сразу фамилию Оксаны. Я не знаю. У нас Оксана уже участвует, по-моему. Нет, Оксан пока нет, но все-таки в чате, пожалуйста, напишите мне фамилию, чтобы не было двух, вдруг будет две Оксаны, и потом я попутаюсь и не узнаю, что за Оксана. А вдруг вы выиграете сейчас картины, две штуки. И потом, какой Оксане мне отправлять? Жду вот здесь в чате прямо сейчас. Напишите мне Оксана и фамилия. Или там, например, чтобы я видел. Поставьте мне плюсики. Акрил очень хорошо с маслом мешается вместе, если вы, скажем, подложку сделали акрилом, а потом поверх акрилом быстро сохнет, можно писать сразу маслом. Ну, в этом плане, естественно, очень удобно. Так, не вижу я пока, Оксана, Оксана, отзовитесь. Жду еще. Жду еще пока. Там вот я сейчас посмотрел на картинку, и так как горы здесь приближены, там есть какой-то рельеф в горах. Его можно так туманно так туда вложить, растушевать, но так, чтобы краска не кричала сильно. Тем самым мы приближаем, в принципе, к себе эту горку. Не вижу, Оксана. Оксана не хочет. Ну ладно, останется так. Пока у нас одна Оксана участница, поэтому и я вижу, что
Привет, Юлия. Сара, пробуйте. Вот вы знаете, у меня тоже очень много краски. Один дед мне в Германии подарил еще со времен, наверное, довоенных, революционных, не знаю. Но факт то, что был сделан мне такой некий подарок, и я там коробками, и она разная, у меня вот здесь вот по видно даже иногда днем, когда в студии есть свет, и видно, что много разной краски разбросано. Она, ой, сколько ей лет, я даже не могу сказать, но там на самом деле, вот смотрите, она сейчас я смотрю уже по-другому на этот дом. А здесь явно мне сейчас не хватает на нем бликов. А все потому, что сейчас вот поменялось у нас уже само состояние. И я вижу, что туда нужны вот эти вот яркие такие блички солнечные на домик. Вот, а покраски я экспериментирую, потому что много разных фирм, и там я пробую, что получится. Вот. Некоторую я уже понимаю, а некоторую я все-таки еще пытаюсь не работать с ней так аккуратнее, потому что все-таки может быть непредсказуемый результат после высыхания именно. Сейчас мы видим ее именно так, а потом после высыхания она будет уже по-другому звучать. Ну, надо как-то. Сейчас я вижу повтор. Здесь вот странно, не поменялось ничего, в основном не поменялось на камере, но вживую поменялось очень сильно здесь, кстати. Очень сильно поменялся цветик такой солнечный, яркий стал. Не могу я сказать вам, Сара, по старой краске. Если это одной фирмы, то там можно, конечно, посмелее быть с ней. Ну а если на самом деле, если фирмы разные, то будьте аккуратны при смешивании. Может быть, все не как задумано, а все по-другому может прозвучать после высыхания. Так, ну вот, хоть и холодный, но вот здесь я беру все-таки уже потеплее немножко на передний. И где еще? Вот тут, наверное, сейчас я пока так мастихином, прям вот с палитры. Здесь много разных замесов у меня. Сейчас я замешаю еще желтый, синий, чтобы получились такие зеленые оттенки. И вот эти зеленые, вот такие, они тоже здесь подойдут для травы. Сюда вот их. Сейчас я просто выкладываю, прям выкладываю. Смотрите, как много, толсто. Начинаю выкладывать их. И потом я их растяну. Растяну. Освобождаю тем самым саму палитру. Она у меня чистится. Больше места появляется в ней. Ну, вот лишнее сейчас оно все уйдет у меня как раз сюда. Не за что, Оксана пишет, спасибо за мастер-классы. А в общем, есть срок годности у красок, но в большинстве случаев, даже если она уже срок годности потеряла, то ей также можно писать, ничего там страшного нет на самом деле. Она может просто стать немножко немного густой, вот как по моему опыту мастер-класс, фирма Ладога, иногда прямо вот в тюбиках она затвердевает. Ну и, конечно, там уже писать ей очень сложно. Мастер-класс потемнел, зараза. Да.
Так, Александр, как бы я хотела, чтобы вы вернули мастер-класс на описание замка в Испании. Есть такая возможность, YouTube заблокировал. Да, там, по-моему, играла музыка какая-то, и что-то там было такое, что ролик удалили. Жесть, короче, надо его, наверное, повторить будет. Это то, что я писал как-то побережье Риа-Робы, да, где Ларет де Мари, вот этот замок, полуморской пейзаж такой там. И, в общем, конечно, все реально, можно повторить. Вижу сейчас прям красного, прям здесь на экране, ну прям вообще такой вау. На самом деле он чуть-чуть рыжит в реале. Так, вот спрашивает ничего, что я упоминаю ОАТ. Что такое ОАТ, не знаю. А, это, наверное, по... Это не что, а кто. Это, наверное, у нас художник. Художник был. Есть. Так, я здесь пропустил, кстати. Пропустил вверх, где писалось про художника. Я, к сожалению, не знаю его. Многих знаю, но вот. Не всех. Ну и не должен я, да, я не знаю, не общался с ним ни разу. Со многими современниками я общаюсь, но как-то у меня не доводилось. Многие художники просто не, они не считают нужными, чтобы нужно со всеми общаться, поэтому. Хотя я общительный человек. Я Анастасия пишет, что мазки такие классные, мне нравится. Вот так можно и оставить, в принципе. Все на этом, друзья. Британии привет. Давайте, давайте учиться. 71 год это далеко не предел. 95 лет у меня рисовал дедушка, научился. Дедушка пришел впервые на мой мастер-класс и впервые в жизни, вообще впервые в жизни взял кисть в руки. Я ему показал, что можно сделать с кистью и с тем, что мы там писали, что-то такое по Лене Афремова. И у него получилось. И он был таким довольным, вы не представляете, это было что-то. Это вообще, он говорит, всю жизнь мечтал и в 95 лет попробовал написать. Ну и можете себе представить реакцию человека. Вообще, конечно, это... Вот он приходил еще ко мне, сейчас вот куда-то потерялся, но он был очень старенький. У него там Паркинсон еще. Очень тяжело было ему повторить, там что-то сделать со стволами, с веточками. Я ему чуточку-чуточку помог. А так, конечно, он все так, в общем, справился сам. И был очень доволен. Так что для живописи возраста вообще не существует. Можете в любом абсолютном возрасте пробовать себя. Не нужно ни в коем случае, многие боятся, ни в коем случае нельзя бояться, потому что я вообще не знаю, почему люди боятся. Долгое время заставлял своих родных попробовать. Нет, ты что, я боюсь. Нет, ты что, у меня не получится. Вот, наверное, потому что не получится. Все думают, что если не получится, значит, наверное, не судьба. На самом деле, не получится, когда не пробуешь. Пробовать нужно. Мои первые работы, они же были такими смешными, что
я понимал, что я не художник, что надо дальше двигаться, пробовать. И мне кажется, где-то в детском саду я как-то попал один раз на выставку, и там меня почему-то какие-то вот детские такие работы у нас были, размещали их во Дворце культуры. И тогда вот оттуда все началось, еще с далекого детства, когда я пробовал. Вообще у меня отдали потом, отец отдал художественную школу, где я очень плохо учился. И такая детская, ну, обыкновенная юношеская художественная школа. Вот. Отец у меня был художником на заводе, он работал, писал гуашью. Они писали гуашью и писали, делали. Ну, там в основном все коммунистическое, такое вот плакатное, что-то такое вот. Он очень хорошо у меня выжигал. Сейчас вот Царство Небесное, нет у меня отца. А он очень хорошо выжигал. У него такие были крутые прям работы всякие. Из проволоки он делал работы. В общем, мебель красивую он делал сам. Такой он весь был. А очень такой был, как это называется-то по-русски. Вот видите, немецкий не выучил, и русский забываю. Некоторые слова вылетают с головы, когда хочешь вспомнить, и вот не вспомнишь ведь сразу. Вот, но не факт, очень много я подсматривал. Я и вообще вот много у меня друзей, которые закончили и академию художественную закончили, но не стали художниками. Почему? Потому что не факт, если ты выучился и закончил академию, и ты стал художником, это не верьте никому, это неправда. В основном художником становится именно, хорошим художником становятся самоучки, люди, которые учатся у других художников, где есть такая возможность подсмотреть, увидеть, как это происходит наяву. А во многих случаях в академиях, я не скажу, что во всех художественных школах, во многих случаях преподаватели, они на самом деле не самые хорошие художники. Поэтому теоретики, да, а как художники, тут, конечно, нужно поспорить. И вот из опыта, можно сказать, из статистики, из ста выпускников становятся настоящими художниками только 2-3 человека. Так что вот такие вопросы, где человек заканчивал какое художественное заведение, оно во многих случаях не играет никакой роли. Хотя я признанный художник и Российской Федерации, и у меня 4B, в принципе, уровень. И довольно-таки многие знают меня как художника. Хотя сам себя я не называю художником, я больше преподаватель. Здесь у меня художественная школа. Вы можете прочитать, если хотите, есть желание, почитайте, и все написано в интернете, и есть статья в Википедии, где про меня там что-то пишется. Вот, а, конечно, я себя больше считаю преподавателем, нежели художником. Ну, я также расту, многое подхватываю от других художников. Где-то вот мне понравился какой-то момент в живописи, как художник исполняет его, и все, тут же я ворую эту историю, и, ну, это сказано так, что ворую, нет, конечно, но пытаюсь применять ее, скажем так, на своих занятиях. Вот ничуть не стесняюсь того, что нигде я не учился в этом плане. Всему можно научиться, бесконечно можно учиться. У нас же есть понятие такое, учись, а все равно дураком помрешь. Так же и здесь,
Художник, он всю жизнь учится, всю жизнь. Нет такого, чтобы художник сказал: «Я художник». Это неправильно. Во-первых, нельзя говорить художнику, что я художник, потому что художником никто не рождается, а художником становятся только тогда люди, когда за тебя сказали, когда народ сказал: «Да, вот он настоящий художник». Вот. Ну вот до настоящего мне еще далеко, а как преподаватель, может быть, я в чем-то я выигрываю у художников. Тарапыгин, надо записать, кстати, посмотреть. Честно, не видел, не знаю. Ого. Ну, посмотрю, да, посмотрю. Уговорили. Уговорили. Посмотрю я. Так, вот здесь, конечно же, нельзя все это оставить вот в таком виде. Нет, нет, мы еще пишем. Берем, намешиваем зеленый такой. Опять же таки, можно теплый, можно холодный зеленый. А можно еще вон там, я, кстати, не определился совсем, совсем, совсем. Давайте вот здесь еще, наверное, какие-либо такие растения. И там есть у этого растения даже видны стволы. Скорее всего, это деревья там, да? Вот, на деревья можем сразу свет. Также у нас здесь перебил я, короче, вот этим местом. Скорее зеленый холодный будет здесь сейчас получше, чем зеленый. Опять же, желтый закончился. Сейчас я выдавлю, друзья. Желтенький на палитру. Без маков главное не остаться. А то я забуду про них. А завтра вспомню, скажу: вау, круто. А маков нет. Это будет точно круто. Сколько раз так было? Мастер-класс заканчивается. На протяжении эфира вроде бы все хотелось показать. И потом после завершения мастер-класса понимаешь, что ты упустил самое важное. И не рассказал, и не показал людям. Вот такое тоже бывает. Давайте сюда сейчас вот этот кустик загоним. С правой стороны он здесь менее такой виден. Больше такой в тени. С левой стороны больше ярче. Ну тут вот надо все тонами играть. За кустик можно загнать сюда, вот прямо к кустику подогнать травку желтую, чтобы он отличался хотя бы чем-то. Вот есть свет тень, и вот этим самым мы, в принципе, показываем все отличия.
Дальше вот тут какой-то куст. Такое вот, смотрите, какая она получается живопись. Структурная, фактурная. Довольно-таки фактурно. Ну и каждая картина, она выходит по-своему, естественно, друзья. Иногда одну и ту же бывает. Пишешь картину, и все время по-разному получаются работы. Так. Ну ничего страшного. Все, подходим мы вот сюда. Я уже загоняю сейчас эту траву. Немножко я помягчу, чтобы было похожесть на какую-то травку. Ну вот тут можно также кистью помягчить, не только мастихином. Вообще вот эти вот процарапывания, они не всегда хорошо. Не всегда есть хорошо. Иногда хорошо, а иногда не всегда есть хорошо. Поэтому с поцарапыванием нужно быть аккуратнее. Тут вот я вижу светлая такая травка, она можно пробить на ближних планах, на передних. Ну, опять же таки, тоже не везде она светлая. Здесь вот нужно учитывать, что от куста есть теневая. Вот тут у нас тень идет. Поэтому вот в эту тень там есть тоже будет, в этой тени будет красная маки, но они будут более темные. И вот практически от каждого кустика идет тень. Нельзя про нее забыть. Обязательно она должна быть. Есть как солнечная сторона, так, конечно же, и вот эти теневые стороны. Дальше в конце я уже определюсь, тогда сейчас я не буду сильно упираться на прописание вот этих вот кустарников. Также в принципе, на каждом тополе, не знаю, тополь, может быть, кипарис, может быть, тополь, легкая игра света, она может тоже быть. И вот со стороны света можно ее показать. Это все вот дополнение каждой мелочевки, и можно, конечно, здесь вот уже все уточнить в дополнениях. И чем больше мы будем уточнять эту работу, тем больше она будет нам казаться ближе реалистичной, продвигать ее к такому, к реализму. Вот, а там уже по вашему желанию вы можете уже сами себе сказать, что все, работа написана, я ее оставляю именно такой, или пишу до супер реализма. Гиперреализм называется еще так. Гиперреализм. Вот. Хотя он сегодня, на сегодняшний день, в принципе, не нужен, потому что мы для этих целей у нас есть фотографы, фотохудожники. И достаточно тоже достойные такие работы получаются у фотохудожников. У меня много друзей из фотохудожников, и мне очень нравятся их работы. Прям вот иногда настолько шикарные, что так, вот здесь вот на поле какое-то, возможно, где-то какой-то тенек от того, что травка может закрывать что-то такое. Ну, вот нельзя все оставлять в одном тоне.
Обязательно нужно, в самом конце обязательно нужно будет еще все продумать, уточнить. Что-то я здесь опять вижу удаления какие-то. Штутгарт, Германия, это там, где я нахожусь. Наверное, был вопрос выше, да? Да, спросили, где я живу. Я живу недалеко от Штутгарта. В общем, где-то на машине минут, может быть, смотря как ехать, полчаса 40 минут, Штутгарта сюда вот вниз. А в Германии это место называется Баден-Вюртемберг и находится между 80 километров от Франции и где-то также примерно от Швейцарии. Угол Германии, там, где я проживаю. Ну, так вот иногда выезжаем на рыбалку во Францию. Раньше ездили часто, сейчас что-то у меня с рыбалками не очень получается. Хотя любитель этого дела. В Испанию очень часто я раньше ездил на рыбалки. Туда, за Барселону. Раз, наверное, 12, если не больше, я там побывал. Нет, больше, скорее всего, больше. Очень часто туда мотались раньше. И в последнее время тоже не езжу. Сейчас там все поменялось, изменилось. Стало намного хуже. И не только с рыбалкой, вообще с рыбой стало похуже немножко, потому что исчезает все. Все как-то оно раньше было хорошо. На пустой крючок ловились даже некоторые особи. Закинешь пустой крючок, подождешь, он так опускается, тройничок, потом дернешь и цепляешь обычно с первого раза, зацеплял там за хвост, за голову, за что придется. Вот, было настолько много рыбы раньше, что. А вот последнее время, сколько я ездил, там уже с этим много стало рыбаков. Рыбаки знают это место, Риароба, там есть такое место в горах, где очень много сомов, там на сомов вот обычно приезжают половить. Вот, в частности, у меня рекорд сома 2 метра 75 сантиметров в размахе, размер. Вдвоем мы его еле-еле дотащили до. Ну, точнее, я его вытащил, потом надо было сфотографироваться. Вот. И мы потом его привезли все-таки в Германии. Но я, конечно, очень пожалел, что вообще взял его. Надо было отпустить. И вот как-то я раньше. С России я приехал, когда мне было дико, когда здесь немцы вообще отпускают, выпускают рыбу. Поймал щуку такую, или там судака большого красавца. И тут же его отпускают. Для меня это было непонятно. Сейчас я больше и больше понимаю, что это не нужно делать, ловить рыбу. И как-то вот становлюсь таким. Жалко мне всех зверей, хотя раньше мог быть и охотником, и все что угодно. Тем не менее, человек меняется, и я вот здесь меня Германия поменяла в этом плане. Я поменялся. Здесь вот еще не так далеко, но смотрите. Там есть тоже такая травка. Не просто там может какая-то быть, а может быть какой-то травой. Вот это место. Его можно также. Место палитры я уже беру вот здесь на самом холсте. Набираю, делаю набор. Вот делаем такие вот грядки. Грядками садим. Темнушку, темноту.
Давайте тогда маки. И вот смотрите, тень, а там есть маки, но они в тени. И что мы делаем? Мы берем темный красный. Темный красненький. И вот эти маки, они темно-красные. Не знаю, как сейчас этот цвет выйдет на палитре. Сейчас я посмотрю. Ой, на камере. Ну вот, лицо тоже из Германии пишет. Ликерия, привет. Грибы я собираю, да. Это неправильное мнение, что немцы грибы не собирают. Еще как собирают. Причем здесь у нас на нашей земле Баден-Вюртемберг очень много берут грибов здесь. И каждый лес он принадлежит какому-то определенному лесничему. И меня часто лесник встречает в лесу и говорит: ты там смотри, белые не бери, лисички не собирай, там эти не бери, это мое. Все остальное собирай. Так что могут тебе просто пинка дать из этого леса и полицию вызвать, что ты там собираешь. А на самом деле собирать грибы здесь нельзя. Хотя растет и труфеля растут здесь, вот ближе к Франции. Но с этим нужно аккуратно быть. Ну вообще, по обычаю, встречаешь иногда немчиков, да, берут, почему нет, ходят. Навозники здесь собирают по дорогам. Такой растет. Зонтики бывают, берут немцы. Так, ну все, пока нет таких. Ладно. Отвлекаюсь я так сильно. Или точнее, отвлекаться так сильно не буду. Вот. Насчет грибов здесь, конечно, собирают грибы. Это все ерунда. Что немцы не берут. Замес я сделаю еще такой вот красный с желтым. Он будет яркий. Вот видите, тут на переднем плане есть яркие такие. Прям вот яркие-яркие маки здесь растут. Они нужны. И вот что, как в «Любовь и голуби», что характерно. Кистью сейчас писать очень сложно, потому что здесь вот пастозность и сразу будет забиваться. Поэтому с кистью мы можем сейчас сразу ее так в сторонку положить. Она, в принципе, она не нужна, потому что можно написать все маки мастихином. Мастихин не так будет месить эту краску, либо уже выждать до состояния подсыхания, и потом можно будет писать. В этом плане можно будет писать кистью. Бросил мастихин свой любимый. Не могу найти сразу. Сморчки берут. Ага. Про маки не забыть. Это самое главное, да. Ну ладно, не забудем про маки.
Давайте начнем просто пока с красных. Видите, как я много набираю. Ну и посадить надо. Их везде, вон там много, на задних планах где-то там растут. Сейчас мы их понасадим везде. Люблю сажать деревья, маки, все такое. Сзади маки, они такие имеют некий такой, ну, во-первых, форма непонятная, так вот можно запятыми так их писать. Вот. А во-вторых, не сильно так прям вдавливать в холстик, а так выкладывать их. Такими запятыми. Ну и нужен цвет. Вот здесь вот он в теневой маке они есть, растут, но там есть тень, поэтому в тени они будут темно-красные. И где-то вот темно-красные можно также грядками сажать, показывать, что вот здесь больше, например, где-то подъем, допустим, вот здесь где-то темно-красный, потом свет светлый красный, можно где-то оранжевый пустить поверху. Ну вот я их особо не рисую. Представляете, если бы я сейчас каждый мак выписывал и вырисовывал, чтобы было, мы бы с вами, наверное, неделю бы сидели, писали здесь. Поэтому ничего я такого не делаю. Сейчас вот просто выкладываю так пастозненько. Это же маки. Надеюсь, что это маки. Хотя могли бы быть и тюльпаны. Тогда надо было чуть по-другому их. Ну а раз это маки, значит такими вот. Ну и где-то надо будет оранжевый положить, естественно. Не все прям забивать одинаковой краснотой. И вот что хорошо, то что можно сейчас посмешивать. То есть вот мы сейчас среди травки это делаем, и естественно это все вот так смешивается с травой, свой такой цветик появляется. Сейчас я, наверное, на самый зад можно тоже туда таких неких мелких для цвета бросить. На кончике вот так набираю. Ну вот можно даже оранжевый, смотрите, оранжевый я взял посветлее, и можно также оранжевым где-то вот. Хотя сильно увлекаться пастозностью на задних планах не нужно сильно. Она там нам не нужна, сильная пастозность. Так вот можно, если немножко как у меня получилось сильно, то можно повыбирать. Там, где есть свет, очень много света падает, можно такие вот яркие сделать. И, соответственно, менее яркие на теневые стороны. Движемся ближе. Ни в коем случае не надо сделать так, чтобы не получилось шахматно. Это тоже главное правило, чтобы не было никаких шахмат. Нет, да, вопросов нет, нет. 37 баксов за килограмм. Я знаю, что здесь 150 евро стоит белый трюфель. Килограмм белого трюфеля. Но также знаю, что его нельзя собирать.
Вот у меня есть видео на моем канале. Не на этом канале, а у меня есть свой личный канал. Если вы хотите на него подписаться, то можете зайти на вот здесь все каналы художников. Прям туда заходите, и там на любого художника можно подписаться, в принципе. Ну и где-то там мой канал тоже есть. Где на своем канале я рассказываю о своих хобби, о себе, о своих там что-то, каких-то похождениях в лес за грибами, ну и так далее. Может быть, кому-то будет интересно, подписывайтесь. И там как раз я показывал одно место, вот ходил недавно за грибами, показывал одно из мест, где кабаны все перекопали, там прям вот рыли, нарывали эти трюфели. Мне, чтоб меня подождать. Выкопали все до меня, наверное. Вот смотрите, как легко пишутся маки, вообще легко. Вообще без всяких этих вот. Берем просто и просто их выкладываем. Почему у меня чат не двигается? Алло. Свинушки нельзя собирать. Не ешьте их, это ядовитые грибы вообще. Там такая система у свинушек. Какой-то компонент в них содержится, он действует как замедленная бомба. Раньше вроде бы там кто-то там нам говорил, что дедушки, бабушки наши собирали свинушки. На самом деле это очень такой гриб медленного воздействия, и он убивает. Не берите их. Почитайте, есть, кстати, много информации о свинушек. Ни в коем случае не собирайте их. Мухоморы можно есть. Есть такой розовый мухомор, очень вкусный. И многие не знают его. Там, когда его срезаешь, у него розовеет, ножка розовеет и шляпка. Очень такой съедобный грибок, очень-очень ароматный. И съедобный, и он его даже можно сырым есть. Вот, ну, многие боятся, потому что мухомор, потому что считается мухомор. Царский гриб это совсем другой. Хотя тоже из семейства мухоморовых. Ну там вообще это говорят, что это самый такой царский. Не зря. Не зря он так называется. И он очень такой вкусный, да. Ну, если красный мухомор, в принципе, он считается условно ядовитым. В нем содержание. Но он у красного мухомора очень полезные свойства. Суставы можно лечить. Можно красный мухомор даже употреблять вовнутрь. Там делают же настойки какие-то. Но это все оттуда, вот из тех времен, когда, наверное, наши прабабушки, прадедушки лечились. Когда не было медикаментов, и они пользовались достаточно, такие были разные средства, в том числе, наверное, и мухоморы, когда использовали в лечении, делали настойки, где-то как-то в печках готовили их. Вот.
Почему нет? В принципе, мухомором красным отравиться не просто. То есть там содержится, я насколько знаю, как очень токсичный яд, так и противоядие в одном грибе. И чтобы им отравиться, нужно съесть там, не знаю, 15 шляпок. Так что, но пробовать не советую, конечно, никому. Это уже так, чисто для информации. То не дай бог, скажет Григорьев, сказал, что можно, оказалось нельзя. Да, кто-то их курит. Кто-то путает с шампиньонами. Кстати, есть такие вид мухоморов. Точнее, я даже не помню, как они. Один из видов мухоморов, где семейством шампиньонов путают. Поэтому лучше вообще нафиг. Не слушайте меня. Я вам сейчас наговорю полезных советов. Так, вот теперь оранжевый мне нужно взять. И есть солнечные места, где желтенький помешаем с красным, получится оранжевый. Хотя можно взять прям вот оранжевый, приоранжевый цветик. Чисто оранжевый, из тюбика выдавленный. И в некоторых местах у нас есть вот этот оранжевый такой рельефный. Загоним сюда еще. Сейчас я верну темноту. У меня пропала темнота здесь на картине. Ее нужно назад вернуть. Передний план есть. А темноты нет. Нет, пастозность ни в коем случае не отвалится. У меня много таких работ, довольно-таки пастозных. И вот последние я там писал, у меня были работы на тему абстракции, кстати. Очень пастозные такие работки. И они уже все продались, их нет. Я на прошлой неделе их все отослал уже. И на eBay аукцион они были проданы, все работы. Вот здесь вот, кстати, с абстракцией все проще в Германии и продается довольно-таки быстро. Не особо здесь любят такую вот живопись, именно, ну, может быть, что-то такое итальянское, да, а вот если мы будем, скажем, что-то пейзажное писать, здесь такая живопись, она не очень идет, не очень хорошо продается, потому что она не вписывается в современные интерьеры. На эту тему я тоже много раз, много уже рассказывал, почему, да как. На самом деле это так, потому что все-таки абстракция, она подходит под современную мебель, современный интерьер, и поэтому ее покупают. Куда ни зайди, к врачу где-то, куда-то где-то, в контору какую-нибудь адвокатскую, везде мы видим абстракцию, практически везде. Эти мазки, они останутся жирненькие, вот такие сочные. На самом деле они будут очень симпатично смотреться, не бойтесь их. И ни в коем случае они хуже не сделают картине. Ничего с ней не произойдет, она высохнет. И будет вот такая красивая пастозность на полотне. Так что не пугайтесь, ничего здесь не отвалится. Бывает еще жирнее.
А так как вы видите, эта камера прямо близко, сдалека-то она по-другому смотрится, сдалека прямо вот как маки-маки. Ольга пишет, спасибо большое. Они... Так, что у нас тут? Вот есть Гликерия пишет, что здесь собрали зрители или кто-то пишет. Я не думаю, что кто-то сегодня пишет, работает вместе со мной. Не нужно этого делать, в принципе. Все можно пересмотреть, при желании написать примерно такой же пейзаж. Их тысячи в интернете разных с маковыми полями. Довольно интересно. Главное, я показываю, в общем, как можно прийти к этому. Как написать маки, как вообще можно что-то изобразить, как небо написать. Ну вот саму технологию. А там вы уже выбираете то, что вам нравится. Может быть, вы на пленэр когда-нибудь выйдете и посмотрите, как. Не обязательно делать то, что делаю я, повторять прям в точности. Абсолютно это не нужно делать. Ну, может быть, какие-то приемы, что-то такое вам понравится из того, что сегодня было рассказано. Тогда, конечно, вы можете воспользоваться этой техникой. Самое главное понимать технологию. И вот многие мои ученики, и по интернету учимся, и мы учимся по-разному. Кто-то с интернета что-то схватывает, а кто-то приходит на мастер-классы, прям вот пробуя написать. Быстро выхватывает, потому что ты показываешь, как это можно сделать. Ну, а там уже вам решать. Можно все это не пастозно, можно выписать каждый мак, каждый стебелек. Все же от вас зависит, как вы хотите. Нужно ли это вам выписывание? Вот, может быть, кому-то понравится именно такая техника. Всякие, вот тут вот все цвета играют, и оп, влепила сюда сильно желтый. Сейчас мы его уберем немножко. Конечно, все это детализировать можно, как вам по душе. Сейчас это масло налью и размешаю, сделаю такую жиденькую-жиденькую сметанку, желто-зеленую. И вот этой вот желто-зеленой, желтого здесь мало. Может быть, даже где-то с белилами еще помешать, такой совсем светлый сделать. Главное, чтобы он был жидкий, потому что тоненькой кисточкой, когда мы работаем с тоненькой, вот такой тонкой, это уже последние вот здесь вот дописки, легче писать жидкой, чем, ну, во-первых, кисть тонкая, во-вторых, очень мягкая, поэтому
густую краску не зацепить, а жиденькую можно легко вот так вот жидкой красочкой, вот такой, и тоненько получается, и красиво получается. И в принципе можно выписать как сверху вниз, так и снизу вверх, вот разные такие стебельки, что будет тоже не лишним в работе, где-то вот зеленый взять стебелек, где-то такой вот желтенький, потаскать вот так красочку в разных, может быть, направлениях, где-то вправо-влево, где-то, может быть, короткий, где-то длинный, что будет, в общем, дополнять этот рисунок. И все же здесь на поле есть. И главное тоже, чтобы не сделать все это в таком в порядковом номере, здесь обязательно нужно как расстояние между стеблями, чтобы это не было одинаково сделано. Ни в коем случае не забить это все прям вот как в математике. Ну и так, конечно, можно сидеть еще, сидеть и сидеть еще, можно здесь очень долго и писать. Вот, но итог понятен, да? Как это сделал я? И на самом деле очень легко справиться, мне кажется, легко справится любой новичок. Любой новичок. Сложного ничего нет. И даже, ну, в принципе, можно уже поставить ударение, подпись. Не хочу этот цвет туда. Холодно-зеленый, он там хорошо смотрелся. Поэтому этот зелененький не пойдет. Кто сказал вам, что мы удаляем видео? Видео не удаляется, у нас видео все остаются на канале. Ну вот, Екатерина пишет, что все отлично, нравится учиться по моим урокам. Я, честно сказать, друзья, тоже очень рад, что вам нравится. Значит, все делается не зря. И значит, все в порядке с этим. Так, ну что, как мы сделаем? Разыграем сегодня или те две картины? Или перенесем розыгрыш на следующий раз? Сейчас многие, наверное, уже поуходили и не увидят. А следующий раз не за горами. В принципе, завтра у нас Наталья, по-моему, там выступает. И потом опять там свободные идеи. Я бы мог снова выйти в эфир. Легко. Написать еще что-то вместе с вами и, может быть, разыграть еще две картины.
Привет, Геннадий. Вижу, Геннадий пришел. Под самый-самый конец присоединился Геннадий. Так, ладно, не вижу я там пока никаких вопросов. Вопросов, пожеланий. Ну вот мельчить тоже нехорошо, когда мы мельчим в живописи. Это тоже не особо такой хороший результат выходит. Поэтому здесь лучше пятнами. Картина всегда смотрится этюдно. Любой этюд, он смотрится иногда выгоднее даже, чем мы в реалистичность опускаемся. Что можно тут еще по задним деревцам? Да, конечно, можно еще, в принципе, еще можно писать, потому что много можно еще додетализировать в работе. Дайте еще одного. Его там нет, а мы напишем. Пусть оно здесь будет. И даже там, где нет, мы можем написать. Мы рисуем свою работу, свою картину. Мы сами волшебники, сами делаем то, что нам нравится. Темно-зеленый сюда вернуть надо, как собственно и вот здесь. Легкий намек на кустарник. Легким движением руки. Помните, там было где-то в 90-х, по-моему, годах. Водка превращается в обыкновенную воду. Коньяк в чай, еще там во что-то он превращал. И потом они там вставали. Оп! Где-то наверняка же есть в интернете. Но это было давно, когда я видел юморной ролик этот по телевизору. Легким движением руки. Так, слегка вот так его приглушить, чтобы он не кричал, этот черный, точнее темный. Не был таким едким.
Что еще можно здесь добавить, убрать? Немножко растушевать задний план. Ну да, конечно, мы можем все, в принципе, вот так, как сейчас есть. В принципе, все оставить можем. Не думаю, что не может быть так. Так тоже может быть. Вполне. Довольно такая симпатичная получилась картиночка, которую, в принципе, не стыдно подарить. Так что вот своими руками, друзья, вы можете также делать, писать такие картины несложные. Представляете, какой хороший будет подарок. Такой нигде не купишь, когда своими руками делаете, такой подарок не купить. Такое можно только самому сотворить. Так, ну все, теперь я, наверное, сейчас вернусь к чату. Так, вот иногда, когда пробиваешь, тоже получаются такие невзначно непонятные такие, невзначай, точнее, интересные такие штучки. Ну и вот что можно еще? Можно маковые головки там писать, да все что угодно еще можно здесь, в принципе, вклеивать в эту работу. Ну, в общем, результат налицо. Понятно, что это несложно. При желании, кто захочет, напишет. Без проблем такую работу. Какие-то точечки не буду я прописывать. Прям вот каждый этот. Все можно так вот. Намеками. Ну и вы хотели посмотреть, как она смотрится. Да, она сильно отличается на самом деле от работы на веб-камере от настоящего, как я вот смотрю на нее. Ну тут все трудно с этим. Освещение нужно правильное. Как-то еще нужно. Как-то так. Как-то вот примерно как-то так. Еще вот под наклоном он стоит. Может быть, свет сверху падает. Сейчас попробую. Может быть, с наклоном что-то сделать. Более прямо поставить. Ну, давай, двигай. Вот этот. Так, наверное, да? Будет более понятно, что здесь такой вот Тоскана такая получилась. А на заднем вот здесь сильно красный, и почему-то на камере он тоже передается такой красный. Хотя на заднем плане вот туда дальше, там на самом деле она более такая спокойная, не сильно красная.
Здесь больше оранжевых. Ну, не передает камера, не могу, невозможно. А на видео показывает, что там красно. Жалко, обидно, друзья. Не хочет она так. Не хочет она так передаваться, как бы хотелось. Соответственно, вот Анастасия правильные вещи пишет в чате, что за сколько мы начали? Пару часов. Глаз, как бы там ни было, все равно человек устает. И независимо от того, художник ты или прям вот художник с опытом, глаз он все равно устает, нужно отдыхать, нужно как-то отворачиваться. Где-то вот в этих планах, как мы говорим, глаз замылился. Вот и у меня он сейчас тоже замылился. Завтра я со трезвой-то головой зайду, и сразу все ошибки видно. Это нормальное явление, друзья. Это обычно так. Заходишь, сразу видишь. Сразу хочется дописать. Или убрать в чулан. Как-то так. Ну, в основном это всегда так происходит. Нужно час работаем, 15 минут отдыхаем, пьем кофе, пьем чай. Так, чтобы глаз отдыхал от картины. И потом приступаем заново. Но все это фигня. Самое главное, есть примерный результат, как это можно сделать. Как это сделал я, вы это видите, все произошло на ваших глазах. Творите, друзья, пробуйте, может быть, кому-то подойдет такая картина именно по интерьеру, и она такая более является на сегодняшний день Тоскана более современной живописью, и поэтому во многие интерьеры подходит. Где-то красные занавесочки, и все в порядке. Вот, смотрите мои прошлые выступления, есть тоже там Тоскана написано, но в желтых оттенках, с желтым небом, тоже довольно интересная картинка. Мы писали, так что вот, это по итальянской теме. А, наверное, разыграем уже все-таки не сегодня, а вот как только я выйду в следующее выступление, а я выйду буквально на следующей неделе, возможно, что это будет даже выходные. Мы разыграем две картины, будет интересно, вы посмотрите сначала розыгрыш, а потом начнем писать следующую работу. Так что вот как-то так. Жду вас, не пропустите, подписывайтесь на канал. С нами интересно, и еще хочу пригласить всех желающих порисовать на нашем канале. Если у вас есть такая возможность, приходите обязательно. Не бойтесь никого, у нас никто не кусается. Геннадий точно пишет. Ну да, там только маки, по-моему, в Афгане растут ранней весной, там растут маки. Но я вам скажу точно, на Байконуре, когда я служил, у нас все поле было, точнее вся степь была в маках. Это было настолько красиво весной. Такие вот маленькие, короткие маки росли там. Не опиумные, а такие вот степные маки. И оранжевые, и красные, и белые росли, разные маки. Спасибо, друзья. Я вижу, что много хороших отзывов. Это радует. Да, неужели я угодил Олду? Ну ладно. Это тоже радует, что он пишет, что все нормально. Хотелось бы еще напомнить, что у нас канал не одного художника, и у многих художников плохой интернет, плохое освещение, где-то кто-то на дому работает. У меня, в частности, все мои старые выступления, где я писал на дому, там интернет он вообще никакой был.
в горах, я живу в горах, и у нас, к сожалению, не было там скоростного интернета. И вот сейчас, недавно я сделал, провел и домой, и здесь у меня в студии работает быстро. Хотя я работал с хорошей, крутой камерой, но толку не было. И, как вы видите, камера осталась, одна у меня сдохла. Нужно покупать для палитры, чтобы было видно и палитру, и сразу холст. А вот одна из этих камер, она еще живая, это C930E. Одна не из самых дешевых камер, хорошая, отличная камера. Но для нее нужен хороший скоростной интернет. В России с этим проще. Я был в России 2 года назад. Даже где-то в заповедник мы заезжали, и в лесу, бог знает сколько километров от города, все работало прекрасно, и связь, и интернет. То здесь, в Германии, вы не думаете, что здесь Европа прям такая продвинутая. Здесь очень сложно. У меня отдача интернета 10, прием 50 всего лишь, так что это не самый скоростной. И тут даже нет у нас в городе такого. В Штутгарте там предлагают 250 прием, но и 50 отдачи. Там, конечно, было бы легче мне работать. Но я живу не в Штутгарте, поэтому вот примерно такое место. У нас горы такие же. Как вот здесь на картине, примерно все то же самое. Есть Хорпан Некр, можете посмотреть, погуглить. И картинки есть. И все дома у нас расположены именно в горах. Вот так вот снизу вверх, если смотреть, то, в принципе, красиво. Это альпийские еще горы, остаток альпийского хребта. Так что вот где я живу, это именно здесь. Алтай, вот тут маки есть, пишут. Ну да, маки, они везде растут, в принципе. И бабушки в огороде у меня росли. Ну посмотрим завтра, что будет с этой работой завтра. Она ясно будет то, что синий будет темнеть, вот там небо будет темнеть чуть-чуть. А всегда после высыхания синий, он немножко он забирает на себя, съедает белило, поэтому. А там, где красный, розовый, он станет намного ярче. И, в принципе, при желании можно еще доработать ее. Эту работу можно усилить, и можно еще лессировочно пройтись по ней, и где-то блички какие-то показать. Но это уже на желание, друзья. Это у каждого должен быть аппетит для того, чтобы дописывать. Вот. А в основном у таких людей, как я, мало времени на это, поэтому мы бросаем работу на таком уровне. И она, в принципе, при желании также можно продать недорого. Так, вот Анастасия пишет смысл для новичков, но кто-то хочет, вот вы понимаете, есть новичок, вроде бы художник, вроде бы где-то его уже в каких-то проектах признанный, можно сказать, в своем городе. Я знаю многих таких, что уже признали его в своем городе как художника. Но малоизвестный, не может ничего, никто его не приглашает. Много девочек я продвинул именно на проекты, вот те проекты, где проходят конференции и где девчонки могли там какую-то копеечку заработать, их приглашают, и приглашали, и приглашают до сих пор. А как ты выйдешь на такой проект, если тебя не знают, не видят? В частности, я многих продвигаю и в Союз художников профессиональных, в том числе и Дмитрия помог вступить. Так как у нас в Германии помимо школы, я создал еще, у меня есть галерея маляр-класса, она известная в Союзе художников. И когда люди вступают в Союзы художников как частное лицо, не из галереи, а именно как частник,
Там очень сложно с этим. Во-первых, присваивают иногда низкий уровень художника, а у художника он делится на 10 уровней. Там начинающий художник, художник-любитель, начинающий, там подмастерье и так далее. Но все это называется художником. Вот. И я всегда говорил, и говорю, и буду говорить, что художником не рождается. Никто не рождается с кистью в руках, нужно пробовать. И иногда это хороший опыт развить себя именно в общении с людьми, чтобы раскрепостить себя. Это очень удобно, это иногда нужно людям. Поэтому вот смысл того, что и более того скажу, что есть профессиональные художники, очень замечательные профессиональные художники, которые не могут выступать, кстати, в эфирах. Ну, просто не понимают, как можно за час что-то такое сделать в эфире. И это очень сложно. Бывает человек замкнутый, бывает ему нужно просто выгнать. Бывает просто человеку нужно пообщаться. Поэтому у нас канал вот такой развлекательный. Абсолютно любой человек, маломальски что-то умеющий, может выйти на наш канал. И, пожалуйста, мы пообщаемся, может быть, что-то посоветуем человеку как-то, да. Так что вот смысл такой. Ах, да, про лайки. Про лайки. Ставьте лайки. Ну или дизлайки. Тут вот в принципе разницы нет. Лайк или дизлайк на Ютубе. Это единственная социальная сеть, где вообще никакой разницы нет. Я там недавно увидел, что кто-то там из певцов у нас миллион лайков, дизлайков, точнее, хапанул и потом убрал свое видео. Я бы ни в жизни не убрал его. Почему? Потому что дизлайки они также продвигают на канале YouTube. Раньше я жил, вопрос вот такой, где я жил раньше. Я родился я в Ленинграде, под Ленинградом. А сейчас это также называется Ленинградская область, ну хотя город Питер уже. Вот, а после армии, после Байконура я попал в Казахстан, и там была на Каспийском море у меня куплена, потом я работал одно время там и купил квартиру себе. Ну и все как-то вот так. Попал я сюда, в Германию, женился. Переехал в Германию, сначала временно думал, но оказалось так, что пустил корни, и теперь у меня здесь рождены дети, и как бы ни тянуло на родину, возможности такой, конечно, уже нет. Так, Анастасия пишет, ДВР Дмитрий Ревякин. Что тут опять? Что тут? У нас вообще терок никаких с Дмитрием нет. Вы тут не пишите мне, пожалуйста. Мы с Дмитрием начинали, кстати, на нашем проекте, вот здесь, на проекте художники, вместе с ним. В 2014 году, в январе месяце, мы вышли, сделали первый эфир с Дмитрием Ревякиным. И первый эфир к нам пришли тогда 20 человек на стрим. Это было что-то для нас такое вау. Вот. И, ну, один из первых, кто начал стримить вообще на донатах, это вообще была моя задумка. Потом мы с Димой переговорили, сделали вот такое. Сейчас и он также стримит, и я стримлю так, и все наши художники. Пусть копейки, но что-то хоть материал какой-то свой оправдать. Это тоже, я считаю, неплохо. Еще раз о палитре. А какой вопрос, Лариса, о палитре? Что палитра скупая у меня была, красный, синий, желтый. Все. Особо здесь ничего у меня. А если пересмотреть, я, по-моему, там дважды даже рассказал, почему я беру скупую палитру.
Но это не факт, что вы должны ей пользоваться. Он спрашивает, сколько стоит эта работа. Ну, примерно она стоит перевести на евро, где-то около, ну, плюс-минус, я скажу так, 100 евро примерно. Такая работа стоит. Примерно это чуть больше, наверное, 5 тысяч, 5 тысяч. По русским деньгам 5, может быть. Хотя вот, друзья, я легко отдам эту работу за 2-2,5 тысячи. То есть у меня нет такого, чтобы я там жалел свою работу. Их же рождается у меня сотни бывает. Если у вас желание, пожалуйста, 2,5 тысячи пишите, я отправлю. Нет проблем. По отправке проблема. Потому что 5 тысяч в рублях стоит только отправка. А это там даже 5 с копейками получается. Ну, я когда делаю подарки, я очень часто дарю картины, не просто подарки делаю. Ну, просто не в состоянии я каждому дарить такие, делать подарки и оплачивать пересылку. Это, конечно. А так-то реально, вот за 2-2,5 тысячи я ее отдаю, эту работу. Пишите, кто хочет, связывайтесь со мной. Не только эту, масса работ, которых я могу отдать за эту цену. Основная эта работа, это не вот то, что я сейчас написал и продаю картину. Основная работа заключается именно в мастер-классах, когда тебя узнают люди, приходят к тебе на мастер-классы. Вот еще один ответ для новичка. Тот новичок, который начинает проводить некоторые мастер-классы, там пытаться где-то делать живые мастер-классы, я про них разговор веду. А это одна из возможностей, чтобы тебя люди узнали в твоем городе и приходили на твои мастер-классы. Ну и, соответственно, человек же видит уровень. Кому-то, например, сложно бояться приходить на мои мастер-классы, потому что чувствует какой-то уровень. А я очень многих знаю, слабеньких художников, и к ним толпами приходят на мастер-классы. Почему? Потому что не боятся, и там уровень пониже немножко, и все такое. И в этом, конечно, есть огромные плюсы выступлений на таких эфирах. Мало того, что может быть кто-то там 500, может быть 1000 кинут, на донатах там получится, что ты материал себе оправдаешь, и может быть даже и больше. Бывало такое, что у нас были проплаты такие, и художникам-новичкам так проплачивали. Вот я сейчас читаю чат, посмотрел на картину, и сразу, конечно, видно, сколько недостатков в ней. Ну да бог с ним, пусть так остается. Геннадий, цену... Цену можно выставить любую, конечно. В плане того, что я на самом деле у меня дешевые, все картины абсолютно дешевые. То есть я не жалею. Художник не должен жалеть. Когда ты их пишешь сотнями, они не имеют такой крупной цены. То есть можно, конечно, поставить цену и ждать годами, когда она уйдет. А можно просто вот так за 2 тысячи, за 3 тысячи, за 5 тысяч шлепать. Про академический рисунок. Ну, это совсем другой уровень. Здесь вот в академическом рисунке тут нужна школа. По-любому нужна школа. И в школах, даже в каких-то в таких вот школьных учебных, на уровне школы, художественной школы, юношеских, там же тоже начинается не с масла сразу, не с краски сразу, а именно начинается с того, что человек просто какие-то азы, основы. Вот, если мы берем, например, только по перспективе, сколько нас учат, там, в принципе, по перспективе обучаются, ну, практически целый год. И бывает человек год учится и не понимает перспективу. А их сколько, их там прямая, линейная, там обратная.
аксонометрическое, сферическое, тональное, воздушное, перцептивное, плафонная какая-то перспектива. Вот просто представьте себе, сколько я вам сейчас перечислил. Ну и как вот здесь на таких мастер-классах можно это рассказать? Ну никак на самом деле, потому что это все, это совсем другой подход. Когда мы проходим школу и когда мы обучаемся, мы там учимся не только перспективам и всем остальным. А там, во-первых, это история. Мы все съедаем там, начиная от наших начал, откуда это все пошло. Изучаем разную живопись. Вот, и все это так. Это все культура, друзья. Вот то, что не хватает Европе. Здесь вот это, с этим очень плохо, очень мало этому обучают. Мало кто знает, кто такой там Микеланджело, например, или там еще что-то. Вот спросишь по... Могу сказать, что немцы, например, знают, некоторые знают Кандинского, вот в школах проходят. Ну, может быть, где-то там что-то слышали от Баухауза, что был такой Малевич у нас. Про современников практически никто ничего не знает, про каких-то старых художников, там итальянская живопись, все такое. Но это все такое вот единичное, поэтому здесь. Так. Тут, да, тут надо понимать по цене. Можно, конечно, и... Мы пробовали ставить, на аукционы ставить, и дорого задирали, и стоит на аукционе, никто ничего не берет. А насчет портретов я делаю, скажу вам сразу, портрет дается мне не с одного маха, то есть мне нужен подход к портрету, и я должен быть один, это не мастер-класс, это я сижу, во многих случаях я вымеряю. Здесь вот у меня были друзья, там вот в России еще, где человеку дается просто вот в одном махе портрет, раз и все. Я знаю таких художников. Мне портрет дается туговато, хотя я это делаю, да, иногда. Ну, Софья пишет: «Браво, Александр, у вас нет ни одного дизлайка». Я думаю, что дизлайки по-любому будут, потому что они бывают, и это нормально. И я не много раз говорил об этом, что я не $100, чтобы всем нравиться, поэтому у меня есть люди, и много завистников есть, которые ставят, просто так ставят дизлайк, потому что я Григорий. А вообще, конечно, я считаю, что у каждого человека есть свое право, и вот я сейчас, например, смотрю на картину, как профессионал, например, я бы ее оценил так вот на троечку, и может быть даже где-то вспыхнуло у меня такое желание поставить, может быть, дизлайк. Но я никогда этого не делаю, я другой вообще человек. У меня 1000 учеников по всему миру, и мне иногда пишут такие письма, что ну просто страшно читать, что я вообще не имею права преподавать. Так что у каждого свое мнение, дизлайки будут, посмотрите, обязательно появятся. Да, вам спасибо. Всем спасибо, друзья, что вы пришли, приходите на мой мастер-класс. Давайте встретимся в ближайшее время. Приходите, порисуем вместе. И не забывайте, может быть, вы тоже подключитесь к нашему каналу. И еще забыл самый главный плюс. На нашем канале, на нашей платформе вы рекламируете свои социальные сети, поэтому для любого новичка это большой прыжок, скачок и как угодно, так чтобы быстро стать более-менее в нашей сфере, хотя в сфере не классической,
классического искусства, а в сфере новичка, в сфере мастер-классов, вот так вот порисовать, пообщаться, где-то себя показать. Это, конечно, очень удобно с таких платформ продвинуть себя сразу. И вас быстро узнают, пусть вы новичок. Я также начинал, и также мои первые выступления были ужасными. Просто мне страшно на них смотреть, потому что мне было тяжело связать два слова между собой. Вообще для мужчин это дается очень тяжело. Но сейчас у меня есть опыт в этом, поэтому я думаю, что я набираюсь опыта. Думаю, что провожу каждое свое выступление, становится более интересным. И я вижу, что люди тянутся, приходят. На пленэры я хожу очень редко. Вот хорошая погода, если последний раз мы ходили, писали, сейчас, наверное, не покажу, там света нет, 140, вот представляете размер, 140 сантиметров размер полотна, и почему-то обычно на пленэр берешь мелкие полотна, а тут мы взяли 140, огромное полотно, жара, мы сгорели там все нафиг, это было что-то, ну то есть... У меня потом и уши облизали, и нос облизал, и лоб облизал, и все это как-то вот... Краска сохла со страшной силой, хоть и писал на масле. Это был не пленэр, это был смех просто какой-то. Хотя было очень много зрителей, у нас собралось там более, там, не знаю, 100 человек в городе, и все смотрели, и все там фотографировались, и всем было интересно, как это происходит. Ну, это одним таким тоже... способом можно привлекать клиентуру, если у тебя есть где-то занимаешься студия какая-то, и есть какие-то визитные карточки, где ты можешь приглашать людей на свои мастер-классы. Это все играет только на твою руку, в твою пользу. Спасибо, Анастасия. Да. Если есть дизлайки, значит, есть людям... чем заняться. Это во-первых. А во-вторых, значит тебя смотрят. Что такое 140? Не поняла, что такое 140. Да надо все носить с собой. Я думаю, надо и шашлычницу брать с собой на какие-то пленэры. Это вообще здорово. Где ты выходишь, шашлычок, там кто-то на гитаре может играть, обстановка, друзья. Это все создает такую определенную атмосферу, радость. Вообще живопись – это здоровье. Должен вам сказать. А люди не забывают про все свои болячки. Люди где-то находятся... Ну, это вообще не объяснить. Это такие таблетки, что просто необходимо этим заниматься. Особенно вот после половины своей жизни обязательно нужно заниматься этим. Я так считаю. Я прям вот как доктор рекомендую каждому. А найти мой канал, Сара, очень просто. Вот здесь, на этом канале, прям вот на этом канале художники, там сверху есть, где сообщество написано, потом там есть, не помню сейчас, там видео, сообщество, потом, и там есть такая графа «Каналы». И там вот все наши участники нашего проекта, все каналы наших участников проекта. Это в частности и мой канал. Это, ну, там маленький, там что-то чуть больше 1000 человек. Я его особо не развиваю, но вот стал я туда периодически так загружать видео, поход за грибами, что у меня там интересного. Кошаки мои, у меня их три человека кошака живет. Вот одна дама, и которая понимает, там несколько команд, сидеть, лежать, дай лапу, дай пять, дай другую лапу. Вот, это все заснято у меня на канале, есть эти видео.
самые маленькие там котятки. Вот, потом мое хобби тоже, мы с недавнего времени паучков держим. Так что вот, может быть, кому-то что-то из таких тем будет интересно. Как мы супы готовим. Ну, такое вот все. Есть там и по художеству, конечно, но в основном-то все вот именно такое сейчас туда. Поездки. Вот недавно я был на острове с семьей, и там кое-что я пытался. Плохая погода была, правда, но кое-что удалось заснять. Мы ходили там называется, его называли, он сейчас Царство Небесное, Хундрат Васа, такой художник. По его проектам много построек и в Европе есть, и в Германии. Так что вот мы ходили куда-то туда, в музей застали. Все можете посмотреть на моем канале, они такие там по 15 минут, по 10 минут видео. Ага. Вот, да, огромный холст. Маленький-то не видно, что он там пишет, а тут громадный 140. Вау! Там просто все проходили, все прям вот останавливались. И особенно начало, там же ничего не понять. Для немцев абстракция, это ж ого-го. Поэтому вот из абстракции там родилось, очень быстро родилась картина. Да. Ну вот, почему художники бегут от людей? Как раз таки, потому что нет опыта и есть страх. У любого человека есть страх. Страх прийти первый раз на мастер-класс, написать картину, которую ты, в принципе, никогда в жизни не брал ни кисти, ни знаешь ни краски, ничего так. Первый страх. Второй страх, когда у тебя что-то получается, и тебя тянет на пленэр, но, не дай бог, кто-то увидит. Это большой страх. Но уж тем более выступить перед аудиторией, это вообще нужно перешагнуть через себя. Прийти, перешагнуть. На самом деле, я вам точно скажу, что нужно быть настолько расслабленным, чтобы и у меня часто не получается. Я вот чувствую, иногда рисую, чувствую, не идет картина. Но это нормально, потому что ты человек, и сегодня у тебя есть настроение, завтра ты просто без настроения, а тебе надо, потому что ты уже заявку сделал. И все это вот так именно так и происходит. Ну вот Анастасия пишет, что боялась бы. Ну, да. Да, многие боятся, трясутся прям. Не то, что боятся, а прям трясет человека. И бываю, я даже много раз успокаиваю человека перед выступлением, что бояться-то нечего. Ну, а самое страшное, друзья, это когда приходит какой-то человек и начинает писать гадость. Это очень сложно переживается. Особенно девушки переживают сложно. У нас два человека ушло с проекта только по этой причине, потому что они сказали, мы больше писать, рисовать не будем, вообще мне это не надо, потому что я не хочу, чтобы меня там обзывали, оскорбляли, писали гадости. А ты не художник, ты не имеешь права этим заниматься, ты вообще как вообще что ты здесь делаешь, и по всякому поводу, и без повода, Ну что вам объяснять? Вы все сами прекрасно это понимаете. Все сами понимаете, потому что это не так просто. И уж тем более, если человек перешагнул через себя, пришел на эфир, ну тут надо быть, конечно, смелым. Это очень смелое решение, смелый поступок. А, ну сейчас. Кликели пишет. Я могу показать, но надо как-то свет здесь включать, наверное, притаскивать, перетаскивать. Сейчас, секунду, я покажу вам то, что там писалось на планере.
Но сразу скажу, что писал мой ученик, я только подправлял, помогал. Могу скинуть ссылку запросто на мой канал. Сейчас я зайду. Минутку. Канал в канале. Здесь вот так все очень легко копирую. Там очень, кстати, много старых, плохих видео в плохом качестве, но я не стал их стирать. Может, кому-то пригодится. Вот ссылка на мой канал. Я есть везде, в социальных сетях вы можете меня найти, кстати. Сейчас я открою дверь. Секундочку, ко мне пришли. И покажу вам еще, если у меня получится, сейчас отодвинуть здесь, покажу вам по картине. Так, и новичка обидеть легко. Вот про себя я могу сказать сразу, что обидеть меня очень тяжело, потому что у меня большой поэтому опыт есть, и я знаю, как себя вести. В любом случае, даже если у меня будет не получаться что-то или как-то где-то напортачу, и всякое бывает в жизни. Я знаю, как выйти из этого положения. Так, ну что, я отодвигаю тогда. Наверное, сейчас, чтобы убрать это, не заляпаться. Ой. Сейчас, секунду. Раз уж вам так интересно, что там было на пленэре, я вам покажу. Хотя это не одна из картин, где я писал на пленэре. Вот, а... Опс. Видите, как масло клеится. Все, убираю эту тему. Момент, придется потерпеть вам чуточку. Включи, пожалуйста, там, десятый там, ой, одиннадцатый, точнее, рубильник. Одиннадцатый там был. Вон там она стоит, сейчас свет чуть-чуть разгорится. На полу. Видите, вон там речка. Это как раз вот под копией Микеланджело. Примерно такая работа. Но темно здесь сейчас. Она большущая такая, на 140. Наверное, вот этот цвет, ну, я не знаю, я не буду сейчас искать. Как-то так, чтобы было понятно. Это писал мой ученик работу. Мы занимаемся с ним почти год. И вот, пожалуйста, человек, не знаю вообще живопись, делает такие работы самостоятельно сейчас. А по Микеланджело я написал вот это вот вверху. Это было месяц назад, что-то я делал.
И, кстати, скажу вам, друзья, очень многие начинают и берут краски в руки после того, как пообщались со мной. И это очень радует. На самом деле очень радует. Как художник, может быть, я не совсем хороший, а вот как учитель я могу преподнести это дело так, что человек бежит на следующий день в магазин и покупает краски, холсты, кисти. Так что вот так. Ну что, будем спрашивать с лебедями. С лебедями есть мастер-класс, кстати. Мастер-класс можете посмотреть. Довольно-таки такой он интересный, быстрый. Там тоже, по-моему, двухчасовой. И уже, по-моему, в хорошем качестве с лебедями был сделан. А все есть на канале, можете все посмотреть на канале. Здесь вот плейлист внизу, тоже есть плейлисты художников. Там в плейлистах можете найти мои только мастер-классы. Или там выбрать. У нас много хороших. И Георгий Харченко классный художник. И Мамедов у нас классный художник. И девчата у нас классно пишут. И пастелью рисуют здорово очень. А, так что я не могу сказать, что у нас прям все так слабенько на канале. Нет, у нас вполне хорошо. Ну, вот с Игорем мы тоже общаемся. У Игоря сейчас мастер-классы проходят в Москве. Вот сейчас Анна Маратканова у нас вернулась тоже на канал. Раньше она жила в Крыму и потом сейчас переехала в Москве. Она и с Игорем вместе работает в студии. Так что скоро вы тоже увидите ее опять. И у нас Калинина есть такая красавица и очень отличный художник. Тоже увидите скоро. Так. Игорь начинал, да, на русском ютубе, на начало всех начал у Игоря было. Потом у нас Макс Каплинский подтянулся. Ну и как-то вот так мы все подтянулись все за Боб Россом. Первый Боб Росс был. В 95-м умер он, и вот то, что начинал на телевидении и вообще с мастер-классов, это, конечно, с Боб Росса все началось. А сейчас миллионы, сейчас у всех уже практически художников есть свои каналы, все пишут, рисуют, все выбиваются, друзья, все. Но не каждый это может, у кого-то каналы там, они по году держат, у них там 100 человек и не могут продвинуть никак. Так что вот, пожалуйста, такой канал наш. Он очень хороший для этого. Все картины там на заднем плане. Частично то, что есть. Многих нет. То, что вы видите. Так, ну все, друзья, мне еще идти в магазин, а у нас уже время. Завтра еще работать. Завтра можете прийти посмотреть Наталью Терехову. А потом посмотрим, может быть, послезавтра я выйду к вам и напишем еще что-нибудь интересненькое. Присылайте, может быть, вы что-то хотели определенное порисовать. Что тоже возможно. Пишите мне, может быть, ВКонтакте где-нибудь, в Одноклассниках, в Фейсбуке. Какие-либо предложения, может, у вас есть ко мне. Да, вам, друзья, спасибо, 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 спасибо. Огромное спасибо. Розыгрыш будет. Розыгрыш на следующем вещании. 100% начнем с розыгрыша. Так что всем крепкого здоровья и продолжения сегодняшнего доброго вечера, творческих успехов. До свидания, друзья. С вами был Григорьев на канале Художники. Пока-пока. Всех жду.